Добрый вечер, дорогие друзья, всех приветствую на канале, рад всех снова видеть. Сегодня у нас в эфире будет Дрюна. Дрюночка Морбиус Грэвис. В общем-то, сегодня она у нас будет, это товарищи игра, и рад всех приветствовать на канале. Сейчас мы позвоним нашему товарищу Буби, нашему со-комментатору, без которого мы никак не можем в этой игре, потому что игра действительно сложная и, я бы сказал, уникальная. Какой-то даже степени необычная. Как будто бы, как бы это сказать, с другой планеты. Так, сейчас позвоним Бубичу. Он у нас на поводе уже готов. Ждет, так сказать, товарищ. Добрый вечер, товарищ. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас будет Дрюна. Довольно-таки необычная игра. Рад видеть вас не на моем канале. Да, товарищи, в общем, всех я приветствую. Так, ну что ж, сегодня мы будем вводить вас в небольшой курс дела касательно игры, поскольку от игры осталось буквально пару глав. Главы, наверное, три в целом, будем говорить так. То мы сейчас ведем у вас небольшой курс дела касательно самой игры, что она под себя подразумевает, о чем она, это вообще игра, и в какой в ней вообще смысл сокрыт, и какие тайны хранит эта игра себе. Так, вот я открыл этот файл, сейчас давайте мы его прочитаем. Так, ну, сейчас посмотрим, с какой там точки нам нужно читать. Вот наше содержание. Системные требования, установка стартового экрана, удаление может. Как начать игру, экран, интерфейс, управление игрой, описание персонажей. Ну что, как думаешь, описание персонажа, наверное, начнем делать? Да, можно со вступления вообще-то. Ну, можно и со вступления, так. Состояние пара, параметров, создатель, прежде всего, подсказ, описание персонажа, хранение игры. Так, установка, стартовый экран. А тут, по-моему, не знаю. А, вот вступление, все, я понял. Думал, что здесь будет написано. Так, ну давайте, наверное, начнем со вступления. Добро пожаловать в поразительный мир Друны, сексуальной девушки, обреченной находиться в коматозном состоянии, пока не явится тот, кто освободит ее из виртуальной тюрьмы. Будьте готовы к путешествию в мир, населенный фантасмагоритическими тварями, сложное слово, жертвами ужасного вируса, превращающего их в кровожадных монстров. Только компьютер, черепная коробка, подсоединенная прямиком. Так, что-то у меня тут... упрощенности. Давайте сделаем так. Видать, компьютер напрягся. Надо немножко облегченную версию Windows 7 сделать. Так, продолжаем. Только компьютер, черепная коробка, подсоединенный прямиком к мозгу Друны, может помочь спасти нашу героиню, восстановив события, которые привели ее в это ужасное состояние. Вам придется погрузиться в лабиринт ее разума, шаг за шагом пройти через ее воспоминания и попытаться пережить кошмары и ловушки, которые встречаются вам на этом трудном пути. Этот проект, начатый в 98 году, был направлен на создание переключенческой игры второго поколения, использующего типичную европейскую графику и повествующий стиль. Вся она построена вокруг Друны, героини знаменитой серии комиксов, созданной в 1785 году Паоло Элиотери Сурпьери. Друна очень женственна, в противоположность традиционному мужскому персонажу. Ее слабости, видимая наивность, единственное оружие, которое она может противопоставить встречающимся на пути опасности. Друна живет в разрушающемся городе, напоминающем нам об Уильяме Гибсоне и Филиппе К. Дике, столпах культуры киберпанка. Старшая чума охватила население, превращая людей в кровожадных мутантов. Полиция, подчиняющаяся приказам мистико-религиозной касты, управляющим городом, пытается бороться с недугом, распространяя сыворотку, которая по качеству замедляет наступление болезни на здоровую часть населения. Шастар, любовник Друны, находится на поздней стадии болезни, и наша героиня в отчаянии начинает искать сыворотку, которая может облегчить его ужасные страдания. Во время этих поисков, под влиянием встреч с разными кошмарными и необыкновенными существами, Друна начинает видеть окружающий ее мир в новом свете. Постепенно, практически незаметно и не желая того, она приходит к пугающему открытию. Из списка дока, касающегося его работ по реконструкции мозга. Так, следующая страница. По фрагментам памяти, которые мы смогли восстановить, я заключу, что мир Друны – это неприятное опасное место, где самый сильный и кровоковарный всегда побеждает. Она жила в городе-лабиринте, разделенном на много секторов, которые расположены на разных уровнях. В атмосфере страха и недоверия единственным способом получить самое необходимое является обмен.
такой торговле всегда ценятся металлические предметы, поскольку из них изготавливают разнообразное снаряжение. Тот факт, что металл встречается все реже и реже, делает его особенно ценным. Население того города страдает от одной общей беды – ужасной Morbus Gravis, также известной как чума. Этот таинственный, но злобный вирус, лекарство от которого не найдено, превращает свою жертву в кошмарных чудовищ-людоедов. Не знаю, как он передается, но, похоже, первым симптомом у него является повышенная агрессивность и половое влечение. При первой мутации кожа становится тонкой и сверхчувствительной, она быстро покрывается царапинами, сыпью, синяками и ранами. Следующая стадия – трансформация конечностей. Обычно рук бесформенные комки гниющей плоти с щупальцеобразными отростками различных размеров. За несколько недель несчастная жертва мутирует полностью. Нашим глазам предстает огромная масса изуродованных пульсирующих мускулов, сочетающихся с жидкостями разных типов, жидкостями которые похожи по составу на желчный сок, но в 10 раз более разрушительный. Приветствую, Анимуша, доброго вечерочка. На протяжении мутации зараженный постепенно теряет разум, пока не превращается в нечто вроде дикого зверя, рыскающего в поисках добычи. Когда мутация завершается, эта тварь начинает прятаться в темных местах, поджидая свои жертвы, которые она мгновенно хватает щупальца и медленно пожирает, или покрывает слизью, свернувшейся кровью, чтобы съесть позже. Некоторые жертвы мутируют до звероподобной формы, в то время как другие становятся похожи на гигантских пауков. В этом городе есть сектор, который можно грубо определить как медицинский центр, а также известный как проверочная зона. Тамошние жители обязаны периодически проверяться на здоровье и получить ежемесячную дозу сыворотки. Сыворотка пока что является единственным известным средством против Morbus Gravis. Она создана в лаборатории, это результат постепенно проводящегося изучения жертв заболевания. Но сыворотка лишь замедляет проникновение заразы. Это не лекарство, она помогает иммунной системе защищаться от менее опасных форм чумы. И если ее получат зараженные, даже на поздних стадиях болезни, в больших дозах он временно возвращается в нормальное биологическое состояние. Действие сыворотки длится до 80 минут, после чего мутация начинается снова, заставляя жертву страдать еще сильнее, часто больной не может вынести шока и полностью сходит с ума. Так, следующая у нас будет страница. В проверочной зоне тем, кто признан биологическим чистым, выдают сертификат действительный в течение 31 дня, который они должны каждый месяц представлять проверяющим. Там есть что-то вроде полиции, которая патрулирует городские улицы вместе с солдатами, которые носят униформы, вооружены. Я не понимаю, как работает эта организация и как происходит набор вооруженных сил, но подозреваю, что это могут быть иконы. Еще одно явление, которого я не могу объяснить, это на основании тех скудных данных, которые смог получить от черепной коробки. Это жрецы, люди, наделенные высочайшей властью, которые все боятся. Они шныряют по городу в плащах с капюшонами. Бруно мало знает об этих таинственных личностях, а помните еще меньше. Теперь все в ваших руках. Привет, сэр. Да, все теперь, как говорится, в наших руках. Убью фанфик. Вы обнаружите себя перед черепной коробкой, и вам придется вернуть Друну к жизни, если вы раскроете секрет о хранящихся воспоминаниях, запечатанных в ее оцепеневшем мозгу. Из дневника. День 21. Привет, Джипом. Некоторое время назад я перестал спрашивать себя, как попал сюда. Я обследовал пациентку до тех пор, находящуюся без сознания, насколько мне позволял научный и медицинский опыт. Я обнаружил, что нечто ужасное довело ее до этого состояния, невыносимое переживание, разбившись ее мозг как стекло. День 24. Время идет, а я работаю изо всех сил. Девушка продолжает находиться в состоянии, которое можно назвать холодным сном. Я не знаю, что было этому причиной, но только что начал это выяснять. Ее мозг полон драматических воспоминаний, хорошие новости. Точно черепная коробка теперь в полном порядке. Возможно, я смогу выяснить кое-что еще. День 26. Черепная коробка, подключенная к Друне, напрямую заработала. Она позволяет восстановить ее прошлое, но фрагментов памяти еще недостаточно для того, чтобы получить цельную картину. Сеансы реконструкции должны быть короткими, иначе она умрет. Ага, это, кстати, нам намек на то, что нельзя играть долго, иначе Друночка у нас скопытится во время прохождения. Ну и сохраняться пореже, скажем так. Так, день 31. Я вдруг понял, что разглядываю ее тело, такое чистое ее лицо и изредка подрагивающиеся губы. Я так боюсь ей навредить. В ее памяти я нашел драматические любопытные эпизоды, однако все что слишком мало информации. День 33. Это ужасно. Что-то жуткое скрыто в ее мозгу. Иногда оно приближается к поверхности, подобно тени, как предвестник смерти. Я не понимаю. Я устал. Эти сеансы выматывают меня. 35. Чем больше проходит времени, тем сильнее ощущение, что все мои усилия напрасны. Я все еще блуждаю наугад во тьме. День 36. Все труднее и труднее становится удержать ее жизненные функции.
на безопасном уровне. При максимальном эмоциональном напряжении машина отключается. Мое тело начинает не удерживать их на вызов. Боюсь, что придется в скорости забросить этот проект. Слишком большая ответственность. На карту поставлено физическое и психологическое здоровье друга. Так, системные... А, мы тоже требуем к игре. Поздравляю! Да, вот такая вот, товарищи, информация. Это как бы пролог, я бы так сказал. И небольшое объяснение игре. Ну, в общем-то, тут уже дальше ничего, по-моему, нету, как я понял. Да. Ну, закрываем тогда этот параметр. Так, ну, запускаем тогда нашу игру. Запустили игрушку. В общем, товарищи, такая вот небольшая история, как вы видите. История, как говорится, стара как мир. И, в общем-то, довольно интересно в своем понимании. Но что более интересно, мы теперь поняли, кто тот человек, который проводит с ней, так сказать, сеанс этот кибернетический, я бы так сказал. И мы теперь понимаем, что к чему это все, так сказать, было. Так, ну вот, в общем, продолжаем, как говорится, блуждать по памяти нашей героини. Статус загрузить. Так, первый слот у нас был. Ну что, товарищи, вот, в общем-то, наша начальная, так сказать, миссия, это выйти из этого треклятого лабиринта, в котором мы вчера застряли очень надолго. В принципе, первый этаж я смогу обойти довольно легко, я помню тут путь, какой был и как он идет. А вот насчет второго этажа будет потруднее. Ну или пятого, или какого-то там. Сверим часы. Так, ну в общем, погнали. Сейчас нужно идти по нарастающей. 21. Сейчас мы находимся как бы на нулевом этаже, как я понял. Так что, честно говоря, эти комнаты немножко вызывают такое некое безумие, потому что если недолго бывает бродить, то человек действительно может сдуреть и все напутать. Потому что здесь так все запутано на самом деле. Вот уже один тупик есть у нас. Черт возьми! Да, снова у нас черт возьми на фоне слышно. Так, ну что, сейчас надо понять, куда идти. 6-2-0. Карту все еще не уважаешь? Карту уважаю, уважаю. Первый просто этаж, он легкий, как бы тут искать-то ничего не надо. Вот, видишь, уже. Так, продолжаем, товарищи. А если тут есть лифты, ведущие в тупики? Ну, это мы узнаем, я думаю. Да, узнаем. Ну, в любом случае, давайте уж посмотрим на карту, где наша карта, вот. Так, мы сейчас на каком этаже сначала посмотрим? На первом этаже. Первый этаж. Так, показана цифра 1, 1, 1, 5. В общем, точки это как бы, я понял, один это типа этаж, пятый этаж, чтобы нам нужно попасть, это надо попасть, в общем-то, ну понятно, короче, надо понять, как до туда дойти хотя бы. Кстати, товарищ, а вы не забыли передачу звуков врубить? Так я вроде врубил. Неужели не врубил? А, нет, не врубил. Оба-на. Есть? Нет. Передавать системные звуки. На самом деле это решается, по-моему, перезвонком. Давайте перезвоните мне, товарищ, или я положу трубку.
Сейчас вы, наверное, лучше, потому что чтоб игра. Так, снова здрасте. Вот вам экранчик, товарищи. Так, передавать. Все отлично, все теперь есть. Все, проходим дальше. Привет, Е9. Это слишком похоже на фильм Куб. Нам нужен аутист, который все поймет. Да, кстати говоря, и слепая девочка, которая будет чувствовать, куда идти. В общем-то, наверное, я думаю, мы поймем, куда идти. Я не знаю, сейчас вроде мозги у меня работают нормально, не как вчера, после тяжелых стримов. Вот скажи по карте, где находится точка с цифрой 5. Так, ну, точка цифры 5 находится, как я понял... Ну, по моей логике, не знаю, конечно, я так скажу, просто как я думаю. Она находится где-то, где x9 и u8. 9, 8, как бы 0 получается. Так, если я, конечно, не ошибаюсь. В цифровом обозначении. 9, 8, я так думаю. Ну и может там еще нолик. Придачу. Хотя, не знаю, нолику может и не быть. 981. Ну да, в принципе, 981. По идее, 98. А, ну все, я, кажется, понял, как это работает. 98. Все. Мы включили мозги, будем мозговать по полной программе, да. Правильно? Да. Вот сейчас я понял, как это работает. Первый этаж, как бы, правая цифра, третья. Мозгуем по полной программе. Да, здесь не замозгуемся. В общем, я понял, какой тут смысл. Давайте, наверное, тогда... Будем искать 9-8. Так как линии нет, значит, надо искать путь самому. Ну да, по идее, вот как бы и в этом вся суть. Так, снова Друна застряла в одном проходе. Уж больно у нее широкие бедра, и она так часто застревает, то приходится ее разворачивать на несколько градусов. Так, ну давайте пойдемте, что ли. Нам нужно 9-8-1. Или там сколько? 9-8-5. Ну, короче, 9-8-1, проще говоря. Так, 5-4-1, 4-5-1. И не надо теряться сиська. И не надо теряться сиську сонами. Я постараюсь это. Я стараюсь просто. Героиня, вот видишь, она вот. Все. Если перед ней преграда, она сразу врезается. Так, ищем 9. Девятку. Нам нужна девятка. 3-3 пока. 2-2 тут я вижу. Так, 2-1-1. А там что? 5-1-1, значит, не вижу. Вообще удивительно, кто придумал вот этот куб, я не знаю, этот лабиринт, потому что сам смысл как бы вот этого, этой постройки какой-то непонятный. Для чего он вообще, зачем он? Так, 1-0-1. 001. Мы дошли до нуля какого-то. И тут в итоге тупик оказался. Черт возьми! Так, ну ладно, если что, карта в любом случае нам что-то да объяснила тут. Так, там мы были, получается. Итог тут мы тоже, получается, были. Или подождите-ка, вот здесь, если, например, тут два прохода было, мы пошли в оба прохода. Там было везде. Везде был тупик. А, подождите, 3-1-1 еще не ходили. Куб придумал Пифагор. Ну, понятно. Так, а вот тут 2-2-1 есть. 1-2. 1-1, 1-3. Самое интересное, что довольно трудно понять вообще, как эти цифры работают. Вроде как они есть, но... Не всегда как бы отображают что-либо правильно, или я не знаю, как это объяснить. Они как-то непонятны вообще, в общем, скажем так. Так, а ну-ка 0-3-1, если мы пойдем. Вижу 0-4-1. Ну, там, наверное, будет тупик, скорее всего. Нет, тупика нету. 0-5-1. Так. 0-6-1. Нам ведь нужно 9-8. Получается. Ага, здесь тоже тупик. Один, шесть, один.
Каким чудом ты вчера все-таки попал на нужный лифт? Да, вот сейчас я тоже нашел лифт, только, по-моему, не рабочий. Привет, Джипом, тебе не знаком Рене Декарт? Рене Декарт? Декарт, что-то я слышу такое имя где-то. Рене Декарт. Да кто же это может быть? А, ну это в игре, Рене Декарт. Вроде как бы да. Так, вот я еще вижу какой-то лифт. Национальное устройство куба было придумано математиком Дэвидом Правика. Так, я нашел лифт, но я не уверен, что он нас приведет в нужное место. Ну, естественно, он нас привел вниз. Нас привело вниз, и, естественно, мы оказались там, где и вчера и были. В общем, разработчики специально, наверное, придумали вот этот уровень, чтобы над нами поглумиться, чтобы их продажи еще хуже окупались, наверное, этой игры. Ну, не факт, что сюда кто-то еще доходил. Ну да, в принципе. Из русскоязычной аудитории я уж точно не видел никого, кто бы сюда заходил. Может, кто-то вне стрима, может, и проходил эту игру, в чем я не сомневаюсь. Лично говоря, хрен его знает. Так, 6-4-0 уже. Тебе нужно кубла комната 9-8-1. Это было похоже на комнату 9-8-1. Нет, товарищ, но вы... А, вот я нашел другой лифт, между прочим. Ну, он, естественно, приведет нас. Но это определенно другой лифт. Так, это я уже на первом этаже, получается. Ну, ищем тогда нашу комнату. 981. Ну, это не так просто найти, на самом деле. Тут все так, цифры-то запутаны. Какие-то имеют последовательность, а какие-то нет. Вот, блин, вот, и, вот ужас просто здесь управление. Вот Керайня, если врежется в какой-нибудь неправильный пиксель этого бэкграунда, все, ее начинает штормить по полной. Вот тут только один правильный лифт, только одна правильная комната. Если будешь ошибаться, будет обидно 9 этажа таким макаром взять и спуститься на нулевой. Ну, тоже верно, тоже. Ну, давайте что ли искать тогда. Так, я, кажется, отсюда приходил. Если не ошибаюсь. Хотя я уже, честно говоря, могу ошибаться опять. Черт возьми! Да, черт возьми, я надеюсь, не будет. Буби на игры все такие, вот я тоже думаю. Да, и в какой-то моей игре можно было пойти не в тот лифт и спуститься с 9 уровня на 1. Ну, такого не было, конечно, но были и другие моменты, не лучше, не хуже таких вещей, как лифт тут в этой игре. Да, давайте вспомним хоть один, мне аж интересно стало. Давайте вспомним, тут же и убить взять наркоманский, в котором я страдал. Ужасно. Ну там вы, товарищи, страдали. Почему? Потому что не включали мозгование. Боюсь, там мозги здравого человека вряд ли могут пригодиться, потому что они там просто ломаются, скажем так. И в итоге опять тупик. А человек пугает, потом заманит, а потом подзывает Раскольникова и в тот как тупиком по башке. Вот-вот-вот, я так же думаю. Вот так и бывает. Ну, я скажу так. То, что Буба предлагает, это, так сказать, экстрим игры. Это как бывает, вот эти, как называются вот эти. Блин, как же это слово было? А, экзотические, да, экзотические такие игры, которые с необычными, так сказать, приправами. Вот как типа блюдо экзотическое, необычными приправами, с какими-то непонятными внутри там гусеницами прожаренными, вот типа того, вот бубины игры, типа того, вот такие бывают необычные блюда. Ты вроде их жуешь, тебе сначала кажется они противными, а потом ты начинаешь проникаться вкусом, оказывается, там есть вкус. И тебе уже начинает нравиться это блюдо. И после этого всего ты, у тебя остается странное послевкусие, на самом деле. Так, образно выразился, скажем так. Ископаемый. Ну, будем, не будем говорить, что это не так. На самом деле, действительно, ископаемые игры. Вот я, например, ну, как такой, в общем-то, игрок, который, допустим, на Ютубе много смотрел всяких там игр старых, там, просто мельком. Я, например, не видел такой игры дрюны. Да вообще просто даже в магазинных каталогах в интернете я не видел. Может быть, я не туда смотрел, не знаю. Так, вот здесь, по-моему, тупик. Вот здесь я вижу лифт, но он нас может спустить вниз. Вот это я боюсь, что нас сейчас вниз как опустит, и все.
Хотя это вроде другой лифт. Мы ведь тут были, получается, если не ошибаюсь. По-моему, мы тут были. Девять, восемь, один нам нужно. А тут у нас что? 1, 8, 1. Да, я понял, Сэф, в общем-то. Остальное неправильно. Довольно трудно найти нужную комнату. Постоянно тупики бывают. Здесь какая-то путаница с цифрами. Мне вот что интересно. Авторы, интересно, сами хоть прошли эту игру? Хотя о чем говорить, они наверняка ее прошли, потому что у них-то все... Они же ее придумали, все ответы... Вот это запросы у тебя. Все ответы у них на руках, в принципе. Так, 1, 8, 1. 2, 9, 1. Блин, постоянно чертовски тяжело понять, куда вообще идти. Так, 5, 9, 1, 6, 9, 1, так, 7, 8. Так, вот 8. Правда, 8, 9, 1. 8, 8, 1. Они вели код хождения сквозь стены и пришли, наверное. Только так, наверное. Так, 9, 7, 1 уже у нас. Вот, кажется, мы рядом. Вот, 9, 8, 1. Но лифт тут у нас опущен, как я понял. О чем это нам говорит? О том, что мы вряд ли поднимемся наверх отсюда. Вот уже тупик. Да, создатели, наверное, явно вдохновлялись фильмом Куб определенный. А почему он опущен? Хрен его знает. Ну вообще, как бы 9 уровней нам не обязательно проходить. Не помню, как-то на 5 вышли уровень. Да, значит, надо что-то сделать на нулевом. А толку делать на нулевом? Там же нет никаких переключателей. Если мы даже станем на нулевом этаже, он поднимется, допустим, там на этом. В общем, как бы тут нет такой связи. Вообще, мне кажется, что, по-моему, после этого уровня многие, наверное, игроки и не прошли в свое время. И те, кто, наверное, разбирается так в хороших числах. Так, нулевой. Нулевой 8-9 получается. Или 9-8, как-то так. Ну-ка. XU, да, у нас будет. Значит, получается 9-8. На нулевом этаже нам нужно. Профессор, а вы сегодня прямо это мозгуете как надо. Ну как думаете, профессор? Я просто уже извлек вчерашние уроки из игры. Вот и мозгуем. Ну вообще трудно понять вообще на самом деле в этих комнатах. Все так запутано. Вот опять тупик. Но, ну, видишь, есть линия. Скорее всего, нам пойти по ней. На нулевом. Но теперь вопрос в другом. Как попасть на нулевой этаж? Черт возьми! Рано еще тут что-то возьмем, пока особо не встреваем. Легко ты обычно легко туда попадал. Но через какой-то лифт я точно так попадал, на самом деле. Ой, блин. Так, давайте что ли вот здесь пойдем. Опять дроночку штырит по полной программе, все. Почему я не могу развернуться в одном проеме? Еще вот эта хрень на экране, вот специально было придумано, чтобы лишь бы, блин, ползать игрока. Так, ну пошли сюда, что ли, не знаю. Ну или правда рисовал бы на бумажке с клеточками, где такие двери. А как рисовать-то?
Может, игры записывать числа или там рисовать. Но рисовать это долго будет. Зато практично. Что, они компасы? Да, не ожидал, конечно, от игры, а что вот такая вот будет у нас тут фича с этим вот непонятным лабиринтом. Так, разворачиваемся. Почему вот эти лифты не ездят, я вот не могу понять. Это просто для красоты, наверное. Взял бумажку, порисуем. Так. Сейчас, наверное, придется рисовать. Но я не знаю, как рисовать его. Чисто карту или что, клеточки. Допустим. Так, а что мне конкретно рисовать-то? Ты видишь здесь отчетливый маршрут, по которому нужно следовать? Пока что не вижу. Один. Ну, блин, еще так все замылено, блин, плохо видно еще к тому же. Черт возьми! Тебе нужен лифт на нулевой этаж. Ну это понятно, где его достать. Вот в чем вопрос. Допустим. Да блин, я вообще не понял по этой карте, как ориентироваться. Во-первых, все смазано. Непонятно, где вообще начало, где конец. А на любой этаж веду два лифта. Так, веду два лифта. Точки ты имеешь в виду, это, наверное, скорее всего, лифты, да? Блин, тут так смазано, вот реально не видно. Вот это, например, точка 1 вон там справа. Я вижу, что это типа вверх, а тот слева, вот это, по-моему, вниз. Значит, нам нужно на вниз, получается. 2,6 точно. 2,6, да, ну 2,6 получается. Значит, нам нужно 2,6. Блин, тут еще так еле видно. Ну, допустим, на 2,6. И 3,6, да? Да, 3,6 и 2,6 получается. Но это те лифты, которые, по-моему, стояли там рядом. Тебе не кажется? Что, те лифты, которые не были активны. А 6,4 это лифт с нулевого на первый. Ну, я теперь понял, как это все работает. Уже есть представление. Так, хорошо, 2,6 нам нужно. Там посмотрим, что находится на 3,4,8. Давай посмотрим, что там находится. Может, что это? Что-то и найдем. Буду хватить круассан, потому такие игры. Да, это будет хорошим советом. 3, 2, 1, 3, 3, 6. 3, 3, 1. 3, 4, 1. Так, нам нужно 3, 8. Вон 3, 5 я вижу.
три, пять. Четыре, пять вижу. Четыре, четыре, один. Пять, четыре, четыре, три, один. Четыре, два, один. Пять, два, один. Шесть, два. Пять, один, один. Допустим, опять один, один. Так, 4-1-1. Явно не сюда. 5-0-1. Тоже тупик. 3-8-3-6-2-6. Да-да-да. Я понял. 3-8. Мы сейчас идем вообще, по-моему, 7. Пик. Ось 6, 2, 1. Семь, два, один какой-то. Ну так мы попали вообще. Пропустить момент конкретно этот. Нельзя. Можно пропустить блок этот памяти, но тогда, возможно, полноценной концовочки мы не увидим. Да и к тому же это уже предпоследний, что ли, блок памяти. И наш профессор не хотел бы потерять важную часть сюжета. Тем более уже перед самым концом. Правильно? Профессор, по-моему, уже не очень важен конец, если честно. Профессор сейчас главное выйти. Серьезно, профессор? Профессор сейчас главное выйти из этого лабиринта. Ну, блин, тут на самом деле 7, 2, 1. Все так запутано, тут нет какой-то последовательности. Если бы хоть был бы указан какой-то, я не знаю, хотя бы где мы на карте находимся, там не знаю, то это еще другое дело. Так, ну мы ищем. 3-8 же нам нужно. Четыре, три, один. Вот, 3-5-1 я вижу. Три, четыре. Три, три я вижу. Один. Уже кажется близко мы. Три, два, один. Два, два, один. Нет, в итоге опять поубавляющий. А вот здесь три, один, один. 3-0-1. Ну смотри, Буб, я как бы сам себя не мучаю. Я исхожу из той логики, которую я сейчас вычислил. Все равно как бы. Вот Киборг он умеет вычислять. Ну, все вчера равно ты себя мучил. Не, ну смотри, но я все равно ничего ни хрена не понимаю. Почему-то все время везде рандомные цифры попадаются и разными поворотами, углами. Здесь, окажется, не было. Угу. Ну так, вычисляем 0-0-1. Опять тупик. Просто даже найти вот эту нужную сумму довольно тяжело, потому что ты вроде ориентируешься по большой цифре, там 2-3. Вроде идешь туда, а там потом оказывается, что вообще другие цифры начинаются. И ты такой думаешь, блин, как же, вот я иду правильно, а потом бац, меняется под наименьшую сторону. Так, 3-5-1.
3-5-1. Что если нужно вот так идти? Уменьшим числа 3-5-4. 4-5-5-4-4. Господи, тут реально голову можешь сломать. Так, какой-то лифт вроде нашел. Только это не рабочий, по-моему, лифт. Три, четыре, это лифт с нулевого на первый. Так, а если я пойду вот сюда на 4 на 3, 1. Тут у нас тоже тупик. Если пойду вот так на 5-1-1. Я стараюсь идти и искать наименьшую вот эту цифру, чтобы попасть на ту, которая в колсе в 3-8. По-моему, я хожу кругами, мне очень кажется. Черт возьми! В итоге я опять попал на 6-4. Действительно, удивительно, как это ты вчера так на пятый этаж взобрался? Ну ты действительно, вот сейфти дело говорит, ты ходишь квадратиками. А в таблице координат, по сути, квадратиками и идут значения. Если посмотреть на карту и самый вообще вот нулевой уровень, где там полосочка прочерчена, то можно увидеть точки координат примерные, по которым можно двигаться. 8-9, допустим. Честно говоря, мало помогает эта карта. Так, что-то какие-то ориентиры легкие дает, но настолько минимальный, что хрен пойми. Так, 3-4. Пента. Пент. А, пент. Ну-ка, если я, допустим, пойду на 2. Если пойду 1-4-1. Тупик. Тупик тупиком. Ну, хорошо, пойду я по нарастающей, что ли, я не знаю. Могу понять, на чем ориентир брать.
Даже надо будет такой еще придумать в игре. Черт, 1-1. Тупик. Ну что, мы придумали какой-то маршрут, логику, или опять двигаемся на удачу? А откуда ты знаешь? Тут, блин, логика вообще непонятная, если честно. Да? При помощи карты. Она есть. Ну, блин, как тут сказать-то? Логика, логика, блин, а вот... Ну вот лифт я нашел. Меня спустили. Теперь на нулевом этаже. Теперь мне получается, что там на нулевом надо найти, получается. Ну-ка. На нулевом мне нужно найти до пятого. Это получается 9-8. Если можно посмотреть на данную линию прочерченную, то ты можешь заметить. Вначале идешь направо 3 раза, 0-2. Потом идешь один раз вниз на точку 1-2. Потом идешь опять вправо на целых, получается, вон, 3 точки. Потом опять на одну вниз, потом опять одну вправо, потом опять вон 2 вниз, потом опять одну вправо и опять вон вниз. И вот можно еще по такой логике посмотреть. И вид меняется. Специально путают. Да, вы знаете, ребят, они тут нехило нас запутали. Они еще и, блин, вид так еще делают, что типа ты еще больше запутался. Черт возьми! 9-9-0. Вот, собственно говоря, 9-8-0. О, видишь, пришел ты куда надо. Ну, я так подумал примерно по этим линиям, но... Так. Смотри сейф, только еще больше рыбку не запутай. Сейчас мы поднимаемся. Нам, по идее, же наверх, наверх надо. Так. Но я понял, да, как бы он нам показал просто путь, как сделан примерно. Понятно. Зеленые это пути, черные квадратики это комнаты. Ну, Серега, ты уже глянь прогресс какой сделал, профессор. Уже он. Да, уже он вот. И где там? Вот, сейчас я на пятом этаже. На пятом этаже, всего тут этажей у нас 9. Так, и что дальше у нас? Мы на пятом. Вот мы оттуда прибыли, идем сейчас вперед, потом налево. А у меня тут под рукой нарисовалась мороженка Ростов Папа. Слушай, ну, тебе надо, по-моему, ты как реклама служишь в своих ростовских всяких вкуснях. В каждой комнате есть несколько дверей на карте, в игре они нарисованы. Да, я теперь понял, Сэп, я теперь все понял. Спасибо за подсказку, мне кажется, догнал. Как тут устроено все. Может, действительно все так трудно, может, как показаться. Сейчас, короче, додумаем. Так, мы же отсюда прибыли, по-моему, или нет? Так, я просто вот сюда вернусь, когда я начал с пятерки. Вот. Если я бы именно такими схемами рисовал бы... Так, вот, смотрите, сейчас у нас по карте ориентируемся. Идем сейчас наверх. На один куб.
Потом идем налево. Потом идем, естественно, сюда, направо. Так, дальше. Влево, направо. Потом мы идем, собственно говоря, на... Где вот этот лифт? Зеленая точка – это лифт. Так, соответственно, мы идем теперь наверх. На один куб. Вот. Теперь мы идем вот сюда. Так. Тут главное, блин, не потеряться, надо внимательно смотреть. Основных точек. Вот лифт. Лифт, получается, вот так это уже наверх, потом налево. И идем еще вперед и наверх. Вперед и наверх. Вот так. Вперед наверх. Да, потом идем налево. Да, по несколько комнат. Первая комната. Вторая, потом идем наверх. Вторая. Профессор, вы наконец-то освоили Декарта. Конечно. Не отвлекайтесь. Всю его магию, Рене. Только не отвлекайтесь, то сейчас запутаюсь. Так, идем наверх. Потом налево надо будет идти. Если так, ну там сюда теперь по идее налево. Потом мы идем. Идем наверх. Капец. Идем наверх. Туда вроде как. Да, идем наверх, сейчас вот так. Потом вот здесь поворот должен быть направо, да, все правильно. Потом вот так поворот. Ага, идем вниз. До низа мы потом поворачиваем направо. Потом, естественно, еще разворот. Идем налево вот сюда, по-моему. Да, потом тоже еще раз такой вот разворот. Вроде как. Да-да-да, все правильно. Сейчас потом вот этот разворот идет. Потом еще, наверное, разворот идет. Дальше просто три куба по прямой. Вот этот первый. Это какой-то. Да, вот этот первый, второй, третий. Два куба проходим вперед. Прошли два куба. И здесь видим лифт, как раз на точке 1. Он опущен. От него мы идем вот сюда. Так, от лифта мы идем туда. Вперед. Тут есть, кстати, лифт. Вот, но он нам не нужен. Да и он, в принципе, его тут нету. Так, этот лифт мы пропускаем, идем еще вниз. Так.
И вот здесь идет разворот направо. Вообще посмотрим, что здесь. Ага, тоже лифт. Идет разворот направо. И идем еще две комнаты вперед, потом еще раз вниз. Так, теперь это получается влево вот сюда. Отлево идем направо. И получается еще две. Точнее, одна комната. Потом разворот как раз идет вот этот. От разворота идет опять налево. Налево, потом как раз наверх идет. И идет вот сюда. Да, и соответственно вот здесь уже мы находим лифт. Нужный нам лифт, который ведет нас на четвертый, как я понял, этаж. Но мы следуем по карте, замечу. Это как бы запланировано все. На, три этажа прошел. Осталось всего 7. Так, теперь от этого лифта. Какой этаж? Четвертый. Теперь от этого лифта мы идем, получается. Да, вот, от четвертого мы идем к восьмому этажу. Сейчас мы как делаем? Мы идем влево, получается. Вот влево. Так, я сейчас кое-что проверю. А я как раз только что уже ее закончил лопать, поэтому не подавлюсь, не беспокойся. Так, ну определенно нужно идти в ту сторону, естественно. Как бы. Не ошибиться, блин. Так, идем вот сюда. Потом идет разворот. По-любому разворот наверх идет, так что все правильно. Идем вот сюда. Профессор, да вы прям это... Профессор... Начали как настоящий интеллектуал действовать. Ну, а что профессор, блин, голову не сломал себе. Так, ладно, все, не отвлекаюсь теперь. Качаем мозги, как говорится. Мозгуем по полной программе. Да, да. Все понял. Так, идем дальше. Сейчас мы разворачиваемся от этого входа на левого. Ну, точнее, как бы право. Тоже лифт. Блин, я вообще туда пошел, интересно. Блин, они тоже так еще вид сделали. Да, я уже понял, что я не туда пошел. Сейчас возвращаюсь тем же маршрутом, пока я не запутался. Экран, черт возьми. Так, я, по-моему, снизу шел. Нет, я не снизу шел, я шел сверху. Да, я шел сверху. И 8 это лифт в правом углу. Вот отсюда. Вот контрольная точка. Еще раз смотрим. Идем вот туда. Стражопа все сделано, блин. Допустим, сюда я должен пойти. Сюда я иду.
Ну а куда мне сев? Куда? Я не пойму. Блин, они эти козы так карту повернули, блин. Что тут можно голос ломать? Как бы в пейнте цифры, блин. Вот я спустился отсюда, допустим, в четвертую. Ну, короче, в четвертый этаж, вот. Есть два прохода. Другой путь. Допустим, я выберу этот путь. Вот. Один вот так. А вот это, наверное, правильно. А там мы лифт, скорее всего, нашли, поэтому все правильно. Так, идем вот так, выбрались. Сейчас мы идем вот сюда, в эту комнату. Да, в эту комнату, сейчас все правильно. Одну комнату проходим и идем потом вниз. Да, ну вот как раз все правильно. Вот, блин, тем путем пошли. Ну спасибо, блин, игры этим, блин, какого. Разработчикам, то, что они так поворачивают, блин. Бэкграунды. Так, теперь мы идем вот сюда, понятно. Мы пошли вот так. Вот так. Угловая. И потом мы идем наверх. Вот по этому пути. Наверх. Потом идем вот сюда. Ворот, разворот. И видим лифт номер один. Не буду. Буду особенно, спасибо. Вот, мы видим лифт. Это вторая контрольная точка. Идем еще раз наверх, потом вправо. Да, вот наверх, потом вправо заворачиваем. Потом вот так идем вниз. Потом, естественно, идем вперед. Потом угол будет наверх опять. Так, вот здесь идет. Идет у нас, по идее, наверх. Должна быть там вперед, впереди только комната. Профессор, похоже, вы сегодня скушали много шоколада перед тем, как погрузиться в лабиринт. Угу. Говорят, от шоколада мозгуется лучше. Угу. Кран. Ну, типа вот сюда наверх. Так. Идем еще наверх на одну клетку. Да. Идем направо. Да-да-да, идем направо. Пойди наверх. Да, вот сейчас еще раз направо. Да, все правильно. Сейчас у нас комната идет. Идем вот так, потом наверх идет. Вот так. Надо, блин, голову в голове включить карту. Вот, собственно говоря, лифт. Руки не сотри, когда будешь еще хопать. Товарищ. За вас радуюсь. Угу. 4 этажа осталось. Рано еще хлопать. Ну вы сегодня прям мозговой центр настоящий. Да, еще не все закончилось. Теперь мы на каком? На 8 этаже осталось. И что в итоге? Нам теперь нужно еще раз на 4 что ли этаж идти? Так что ли? А, это же, блин, карта-то другая. Так, все, вот, вторая идет. И дальше на третий этаж почему-то нам надо идти. А дальше я вижу там по карте типа 9 этаж. Зеленый, который типа ниже. Алеша уже сменил, товарищ. Блин. Так. Понятно, короче говоря. 8-3. Алёша, Попович, это Гораничный.
Так, ладно, все, не отвлекаюсь, иду, короче, по цели. Может сохраниться, блин. Думаю, что лучше сохраниться. Статус какой? А, ну статус нормальный, может сохраниться. Все, нормально, нормально, сохраниться можно. Все, я бы сохранился на другие слоты. Да нет, нормально, может сохраниться здесь на этот слот. Нет, нет, тут пока героини состояние нормальное. Все окей. Так, хорошо, мы вышли из лифта. Все, я сейчас еще раз посмотрю. Это отвлекся. Все, вот мы вышли из лифта, повернули и идем вниз. Вот, идет у нас, получается, одна пустая комната. Сейчас идет вниз проход у нас. Хитрые люди, как они это все специально сделали, выкрутили. Так, дальше идет вот так, потом идет. Слушай, ну после этого, я думаю, тебе ни один лабиринт страшен не будет. Конечно. Так, вниз на две комнаты вперед идет третья. А может, ты просто пересмотрел все фильмы о кубических лабиринтах перед сегодняшним стримом? Угу. Именно так. Так, идем вот как раз сейчас еще на сколько? На одну комнату. И идем в третьей комнате. Там тоже будет низ. Да, камера Forever Pro. Так. Так, на одну комнату. Вот там как раз типа тот лифт нам не нужны на седьмой. То вообще там опущен. Так, и теперь мы заворачиваем вниз на еще одну комнату и потом на третью. Так, блин, экран. Так вот. Так, теперь идем еще на одну комнату и да, также до третьей. Так, теперь нужно идти вниз. Так, и потом идти направо. Так, соответственно, направо, потом идти вот как раз вниз. И также направо. Вот сюда. Здесь будет угловой момент вот этот. Да, и собственно говоря, лифт. Налево. На третий уровень. Да, вот. Мы на третьем этаже. Теперь. Третьего нам нужно попасть, но тут вообще проще будет. От третьего нам нужно попасть на седьмой. Блин, а игра та еще извращенка, блин. Так, хорошо, от третьего идем на одну клетку. Вопрос тогда, если на всех этажах нарисованы пути, что тогда не нарисовал путь на этаже номер один? Хороший вопрос. Так, ладно, все, я теперь не отвлекаюсь, сосредоточился. Так, одну клетку проходим и потом направо. И здесь у нас должен быть лифт. Да, идет лифт. Мы заворачиваем от девятого лифта. Так, идет другой лифт. Также заворачиваем в сторону первого лифта. Потом идем вот сюда, вот так, от лифта этого. Так, и получается на... Так, вот эту клетку проходим, еще одну, потом на следующую уже поворачиваем. Да, вот поворачиваем. Поворачиваем, потом идем вперед. Повернули.
Потом идем сюда. Потом идем условно вправо. Ну, естественно, налево. Еще раз направо. Так. Треклятый вот этот. Вот это мигание, блин, оно, блин, специально как-то было. Черт возьми! Так, идем вот так вперед. Потом, естественно, разворачиваемся. От угла, последний угол, значит, вот этот идет. Потом идем от этого угла. Идем направо. Чуть неправильно, по-моему. А, нет, все правильно. Правильно, иду, должна идти коридорная такая двухсторонняя. Нет, тупик. Странно. Налево надо было. Да эти козлы, блин, поставили так вид камер бэкграунда, блин, что путаюсь. Что-то козлы, блин. Черт возьми. Так, пришел я отсюда, да, вот налево теперь. Да, вот налево. Получается, и дальше получается... Иду одну клетку вот сейчас прохожу и на следующий разворачиваю вниз. Да, вот одна клетка идет, получается. Сейчас иду вниз. Тупик, что ли, блин? Как так? Черт возьми. Что-то не врубился. Ты был в координатах сейчас. Тру-тру. Запутался. Так. Блин, тут рукой подать, по идее. Ну-ка. Допустим, вперед. Вот она клетка. Допустим, вот так разворот. Идем вперед. Запутался. Потерял нить. Должна быть идти у нас коридорная такая линия. По-моему, сюда. Да, вот сюда теперь. Здесь получается угол. И еще следующий должен быть угол. Да, вот сейчас я нашел нить. Идем вперед, и сейчас вниз должен быть лифт. Да, все отлично. Мы на седьмом этаже. Теперь. Седьмой этаж. Ну, тут, конечно, еще будет проще. От него мы идем, короче говоря, в какую сторону, сейчас бы еще понять, блин. Так, понятно, это тупик, все, я понял. Черт возьми! Да нет, цифры тут мне не нужны, все нормально, без цифр нормально проходим. Так, все, не отвлекаюсь, иду, короче говоря, прямо, потом разворот должен идти. Да, потом разворот вот так, сюда. На три клетки. Вот это первая. Раз. Два. Три. И четыре. Так, идет разворот. Да, Сиф, это было бы сказочно. Так, разворот, все правильно, еще один разворот. Идет длинный коридор. Ну тогда им можно было делать игру чисто про лабиринт. Так, вот лифт, восьмерка. Восьмерка лифт. Ну, естественно, разворачиваемся сюда.
Так, это получается от лифта вниз и на 2 кубика. Раз. Два. И вот третий. От третьего кубика идем на один кубик вниз. Так, и идем налево на один кубик. Потом еще на один кубик вниз. Да, идет лифт, собственно говоря. Лифт номер 7. Теперь от лифта. Как вам вообще-то сказали, что ремейк уже готов, его осталось отполировать, типа, и потом уже ближе, через 5 месяцев, короче, выйдет. Ну, такая есть инфа, короче, утверждающая, что через 5 месяцев выйдет. Короче, в начале 2019 года, примерно. А уважаемый стример. Да. Откуда эта инфа? От какого-то очередного тролля, безумного фаната? Нет, инфа от журналиста, который имеет доступ к Capcom и все такое. Я так читал. Вы же понимаете, дружище, что проект почти что отполированный, доведенный до ума, до конца, он бы обязательно уже был хоть там трейлер, хоть тизер, хоть какая-то хрень, но уже была бы на такой выставке показана. Да и к тому же, Сарсомовичи уже показали свой Devil May Cry 5, и это, ну, и Resident ничего и близко не показывали. И это уже говорит о том, что они не покажут его на выставке, и хрен вам, фанаты, дуля вам, а не Resident Remake, сидите дальше, слюни свои протирайте. Ну, я сказал то, что я читал, слышал, так что... Ну, я вот опровергаю. Увидим в начале января, короче говоря. Я опровергаю эту информацию. Ну, мне-то вообще все равно. Увидим, короче говоря, как что. Так, две клетки, все. Сосредоточился. Две клетки и третья. Две клетки. И потом вот так идет разворот. Вот, например, такой прикол с этим. Написал это глава. Сталкер 2, типа, в разработке. Все там начали кипятком брызгать. Типа, о, Сталкер делается. Круто. Вот, а потом, короче, через пару дней в интернете проскальзывает такая инфа от разработчиков. Типа, мы не планировали публично его там кому-то, ну, что-то там показывать, говорить. Мы это специально, типа, пустили такую инфу, чтобы издатель нашелся и нам бабок, типа, дал на разработку. Вот. И они еще даже вообще ничего не делали со Сталкером. Так, и что, я попадаю на второй, что ли? А это я говорю про то, что с Резидентом примерно могла быть та же самая фишка с ремейком вторым, но тут-то Сарсома, они сами себе издатели, большой денежный кошелек. Поэтому со стороны Сарсомов это просто троллинг такой прямо жирнющий фанатов. Может, они просто хотели сюрприз сделать, секрет все держали. Угу. Итог, мы на втором этаже, походу, да? Да, второй этаж. Нас все равно заставляют пройти этажи все, по-моему, только в черти каком порядке. Ну, чтобы интереснее было. Ага, понятно. Так, теперь от второго. Так, вот сейчас надо быть очень внимательным. От второго идем на одну. Три клетку. Вперед, точнее, два там, потом вверх, потом вправо, потом вверх. Ты не путай вправо. Меня, сейчас я запутаюсь. Ну вот. Действуйте, профессор. Все, тихо. Действуй. Иду вот на одну клетку вот так, потом крылась вот здесь. Идем направо. По углам хорошо ориентироваться вот этим. Так, идем вперед, потом идем наверх. Наверх. Идет угол. Да, идет еще. Там идет, по идее, вот сюда. Вот так, длинный коридор из скольких клеток.
Так что, в общем, профессор, отчасти вы правильно делаете, что не особо надеетесь и ждете ремейк второго Резидента, ибо сарсомы те еще тролли. Я понял. Так. Потом поворот наверх. Так, сюда. Так, потом. Ну, они муши по поводу камер. То, что ты вот прислал. Это и я, фантазируя на тему, как можно угодить и тем фанатам, давно уже говорю, что сарсомовичи могли сделать такой тип камеры на выбор. Чтобы запутаться. Но если они до этого додумались, и это все правда, тогда только могу сказать, молодцы, давно было им пора. Направо. А ремейк Паразитки Скверы тоже там Final Fantasy каком-то, что ли, или что-то такое. Я видел в трейлере, они там плакат какой-то там сделали, намекающий на Паразитку. Но в итоге прошло уже несколько лет с момента того ролика и плаката, и так про Паразитку никто слова не сказал. Так, идет в углы у нас получается, сейчас должны идти вперед. Надеюсь, я правильно все сделал. Профессор прям так сосредоточен, что вообще уже это отстранился от мира всего и погружен в транс прохождения этого профессор, лабиринта. Профессор, блин, ошибся, блин, только что. Ну, сейф, третья часть пошла в ногу со временем, по современным трендам. И до добра это ее не довело. Да еще и платформу они дурную выбрали, PSP-шку, блин. Могли и PlayStation 2 уж хотя бы выбрать, а еще потом удивлялись. Че-то у нас продажи хреновые. Походу, не по комнату зашел. Тупо не загибли. Так. Начинается, блин. Ясно. Толкнемся от этих проходов. Черт возьми. Что-то херня. Так. Да нет, цепь, я прям в эти зигзаги в тренах запутался. Потерялся, походу. Черт возьми. Так, идем. А, ну проверять придется, блин, что теперь делать. 2-2. А ну-ка, допустим, 1-1-2. 1-1. Так, 1-1. Это получается здесь. Ну-ка. Так, все.
2-2, вот я вижу, кажется, не знаю. Так, сейчас идет поворот, подожди-ка, может я сейчас правильно иду. Да, я, кажется, нашел путь. Сейчас зигзаги пойдут. И снова поворот. Так, и дальше идет просто тупо вперед на одну клетку. Да, вот и потом лифт тут должен быть. Да, все правильно. Вот. Чуть не потерялся, блин. Все отлично. О, привет, Анечка. Добрый тебе, девочка. И сколько? Ты уже бродишь по лабиринту, привет. Ну, недолго, недолго. Мы уже нашли выход, как из него выбраться. Профессор начал так мозговать, что ни один лабиринт уже ему не помеха. Да, именно так. Так. Прям мощь всего своего интеллекта подключил, чтобы пройти этот лабиринт. Не знаю, стоит ли сохраняться. Начал мозговать не по-детски, скажем так. Наверное, стоит сохраняться. После такого мозгования даже, наверное, голова может на пару грамм потяжелеть, ибо мозги прокачаются. Ага. О, привет, FGL. Привет, дружище. Так, ладно, сейчас я сосредоточился. Идем на одну клетку теперь. Да они, блин, издеваются. Теперь должен на двойку опять попасть. А потом уже куда я должен попасть? Что за игры с лифтами? Что-то не пойму. А здесь получается... Подождите-ка, какой? Ай, блин, 9 этаж. Все, окей. Черт возьми! Все, остался последний путь и выход, ребятки. Сосредоточился. Так, выходим отсюда, потом идем вот сюда. Потом вот сюда. Вот сюда. Идет прямой проход, две клетки, потом вниз. Нет, нет, шипов потолки нету, но вряд ли. Зондарей тоже. Все, идем вниз теперь. Идем вниз на одну клетку, потом еще вниз. Потом идет вот такой разворот. Да-да-да, не говори, я просто мастер вот этого всего. Профессор так. Сегодня в ударе. Так, теперь разворот. Он скушал много шоколада еще перед стримом. Поверишь, ни грамма не съел. Так, проход еще одну клетку, и потом вот так, потом направо. Направо. Потом вот как раз разворот. Потом направо тоже разворот. Потом вперед и вниз. Иди сюда вниз. А, тупик, понятно. Значит, туда надо. А, ну да, точно. Походу. Да блин, не беги, только не беги. Идет поворот. Еще поворот. Одну клетку проходим. Тупик. Будет не так. Возможно, налево. Сюда. Что-то, походу, не туда вышел, наверное, опять.
Тупики пошли, ну конечно. Черт возьми. Так, идем сюда. Так, длинный проход. Длинный проход. Допустим, вот тут разворот. Ага, понятно. Разворот. Там еще разворот. Потом идем наверх. Тоже разворот. Идем наверх. Должен быть рядом лифт. Да, отлично. Вот лифт. Это номером 7. Нам на него не надо. На него ни в коем случае не становимся. Так, от лифта номер 7. Без этой дряни вот никак нельзя, а? От этих всяких помех. Так, от лифта. Да, на него вошли. Идем направо. Вот сюда. На одну клетку потом. Да, вот, идем на одну клетку. Сейчас я правильно, идем на одну клеточку и идем вот туда вниз. Мы почти у выхода, ребятки. Одну еще клеточку, например, потом вторую, потом третью. Это одна. Вторая. Третья. От третьей мы идем влево от героини. Будет поворот. Две комнаты. Да, вот. Потом идет одна комната пустая, и потом поворот. Секунду, еще раз посмотрите. Так, поворот. Ну, короче, какая-то из этих комнат. Сейчас посмотрим. Да, этот тупик у нас идет. Значит, та комната. Значит, та комната, ребятки. Так, ну наконец-таки. 999. И вот у нас тут закрытая ставня. И, по идее, из эту ставню надо выходить. Да. Господи, мы это прошли, ребята. Охренеть. Да, нехило тут нужно мозговые активности поднимать. Ну вот, прокачали мозги, как полагается. Теперь у профессора на пару миллиграмм, как говорится, больше. Да. Аллилуйя, блин. Так, ну в итоге чё? 11-й блок памяти идет, так ведь? Да, вроде. Да, по идее 11-й блок памяти идет. Будет смешно, если еще нам каска нужна будет. Вот это. Ну, каска, благо, в начале первого уровня, там ее легко добыть. Да и уровень короткий. Так, отлично. Ну, неплохо, ребята, неплохо. Все-таки включили мозги. Спасибо, Сэф, за эти кубики. Вот благодаря этому ты мне дал возможность понять это все. Бана. Так, я не понял, какого хрена. Та-та-та, значит, не тот блок. А как мне это? Ну, загрузочку сделать. Так загрузились мы, черти откуда. Ну где-то там в лабиринте сохранялся. Ай, что за хрень? Вот просто хочешь сказать. Возьми. Ну идет-то по идее 11-й или что это? Это или это был 11-й блок? Это, слушай, а? Сейчас посмотрим.
Сейчас поглядим. Ну, по-моему, это значит, получается... Да, очевидно, по-моему. Сейчас точно скажем. Да, мы ошиблись. Это лабиринт был в 11-м блоке, и нам нужен был 12-й. Что же эта паскуда игра мне показала 11-й блок, когда должен был уйти 12-й? А можем мы сделать отключение и, допустим, попасть? Попробуй. А ну-ка, парад, нам надо отключение сделать. Эти имбецилы придумали, блин, систему. Закрыть, да, доступ? Закрыто. Твою, блин. Черт Так. возьми! Ну что ж, что мы хоть вроде как сохранились. Вроде как. Это ставит нас сейчас опять, блин, проходить 100-500 раз, блин. Одна, блин, дебильная ошибка. Вот просто ты не ту кнопку нажал, не на тот блок. Все, ты, блин, не можешь перейти обратно. Ну почему, блин, надо через жопу делать игры, блин? Вот я не понимаю, вот серьезно. Теперь надо опять, блин, смотреть. У нас сейчас идет какой? Где наши карты? Восьмой блок. А, и теперь потом на третий, блин. Фу, чертовы, блин, они разработчики. Так. Хорошо, восьмой. Чем некоторые оранжевые, некоторые белые. Черт его знает, может просто. Просто так, наверное, скорее всего. Так. Блин, надо было там хотя бы сохраниться. Блин, ну почему игра так троллит? Блин, показала, главное, еще 11-й блок, а по идее должен был 12-й быть по счету следующий. И тупо нельзя просто пересключиться, блин. Идиот это придумал, я вообще в шоке. Так, эта хрень, в принципе, нам тоже не нужна. Так, просто. Так, хорошо. Восьмой. Что-то с чем-то, блин. Разворот, блин, потом еще раз разворот. Должны опять, блин, этот дерьмо время тратить, блин. Так, кубик. Пойдем вниз. Два кубика вперед. Потом налево. Один кубик, потом идем вниз. Вот этот лифт. Ой, Буба, честно говоря, уже не смешно, если честно, с этими мозгами. Ну, блин. Тоже что-то с чем-то. Идем Ну, вперед. как говорится, развязочка близка. Блин, мотал эту развязочку, блин. Со всех сторон, блин, вниз дальше идет. Что за издевательство над игроком? Неужели нельзя было просто хотя бы, я не знаю, блин, делать как-то проще это все дело? Так, это отсюда получается. Да, вниз потом он идет. Потом направо. Опять вот так идет. Смешно уже становится. Не ту кнопку, блин, нажал, блин. Вообще просто, я же говорю. Так, хорошо, третий уровень.
Возьми. Ну ладно. Опускаем. Так, третий уровень. Так, третий уровень. Идем наверх на один кубик. Ладно, мозги еще, как говорится, работают. Быстрее пойдем. Так, идем вот так, от них-то. Мозги уже, по-моему, прокачаны по полной программе. Да уж. Потом направо от лифта один. Нет, ну нельзя что-то было сделать просто там, допустим, загрузился, там, не знаю, как-то продолжил. Это вообще какая-то, я не знаю, идиотская система вообще тут. Выбора глав, я не знаю. Так, вот теперь от лифта один, идем на две клетки вперед и на третьей клетке идем влево. Так идем. Потом заворачиваем еще раз вот так. Потом вот как раз идет разворот вот сюда. Ощущение, что опять, наверное, ошибся. Посмотрим, потом типа разворот идет. Разворот идет, допустим, вот сюда. Да, что-то у меня жесткое ощущение, что мы опять, наверное, потеряемся. Тупик. Именно в этом уровне, блин. Так, длинный коридор. Хм, надо же, мы опять в этом долбанном уровне потерялись, как тогда прям. Так, хорошо, возвращаемся. Так, вот этот, по-моему. Уж, вот, уж очень он похож на тот нужный ход. Да, все, отлично, нашли дорогу. Так. Потом идет. Какой-то лифт. Блин, тут может быть лифт. Хотя, подожди, 9. Может быть, семерки. 9-6 же. Тут 9-5. Может, 9-5-то? Разворот идет и... Наверное, этот лифт. По-моему, этот. По идее.
Да ничего не муж, ничего страшного. Тут жалеть нечем, в принципе. Это закон подлости называется. Обычное дело. Так, ну мне кажется 9-5. Потому что идет 9 вон. И ближе к пятерке находится 7. Вот я сейчас жестко могу, блин, ошибиться, конечно. Но ладно, давайте. Кран, блин. Какой седьмой этаж идет теперь? Блин, до сих пор в шоке. Тут надо бы выбрать не ту главу, блин, а? Так. Тут два, как кажется, пути. Но это правильный путь. Это правильный путь. Где мак лифта? Так, тут тупик еще у нас. Так, от лифта идем. Нет, не сюда. По-моему, тоже не сюда. А может быть даже сюда. А, подождите, мы находимся, может быть, на другом лифте, где 5. Подождите, вот же цифры там указывают. Нет, это где 9. Это где 9. 9, 5. X. Сейчас, X, 9. X, 9. И U, 5. Да, это мы на том лифте. Блин, какой проход из них? Черт бы его побрал. Вот этот или тот? Вот этот должен быть, по идее. Ну, допустим, этот. Идем вот так сюда. Три клетки проходим. Раз. Два. Три. Четыре. И вот идет поворот. Да, идет поворот. Потом еще поворот. Потом идет одна пустая клетка. Потом налево. Да, идет у нас лифт. Да, лифт номер 8. Лифта идем вот сюда. Потом наоборот. Потом два кубика. Потом вот сюда на один кубик. Потом идет влево. Потом разворот. Заворот или другой лифт тоже. Вот лифт номер 7. От лифта номер 7. Лифт номер 7. Идем на 2 кубика вниз. Управление. Так, потом вправо. На одну клетку. Вот так. Потом вниз. Вот лифт. Отлично. Да, верно. Так,
Ну все, получается, теперь на втором мы спустились, и остался, получается, как бы последний, что ли, уровень. Второй уровень. Теперь. Что написано? Я ничего не вижу. А, ну вот, вот этот зигзаг треклятый. Идем два уровня. То наверх. На одну клетку. То направо. Да, третий раз пройду вообще быстро, наверное. Так, направо одну клетку, потом наверх. Поворот направо. Одна клетка, потом наверх. Идем сюда. Раз, подожди, поворот. Один, два, три, четыре. Три клетки. Два. Три. Четыре. И сюда. Право. Вот так. Там наверх, по-моему. Может быть, и вниз. Так зигзагами все идет. Вниз. Козы, мы запутали меня. Разворот угловой. Угу. Потом идем от угла наверх. Налево. Направо. Блин, путаница. Явно не этот ход. Да, по-моему, вниз. Да, все, вниз идем на одну клетку теперь. Даже на две. Тут разворачиваемся. Так, разворачиваемся сюда. Там еще сюда. Там вот так. И есть вот лифт, получается. И остается последний уровень. Так, девятый, все, вот остается. Ах,
Хрен там. Еще один, что ли? Блин, эта карта меня, блин, дезориентирует. Вот, все, выход, 9 уровень. Все, окей. Так, идем вот так. Влево. Да. На шестом, да и хрен с ним. Так, клетка. Тоже неспроста. От чертова ребения экрана, блин, как назло, вот специально, блин. Так, поворот, потом вниз. Одна клетка, потом вправо. Наверх, вправо. Да не беги, блин. Так. Потом. Потом сюда. Потом сюда. Пойди сюда. Так. Идиотское управление, блин. Так. Пойди наверх. Где-то один должен быть. Да, вот лифт. На него нам не надо становиться. От лифта идем вправо. Одна клетка. Вниз. Да, пень этот шестой этаж, господи, чем нам нужен? Все, где надо бегать? Одна, вторая. Еще так экран, блин. Почему, блин, эта игра, она создана специально, чтобы, наверное, злить игрока, я вот думаю. Один кубик. Потом сюда. Да, наконец-таки. И самое главное, нахрен, сохраниться. Плевать на состояние. Просто тупо сохраниться. Отлично. Ну, потратили мы лишние, сколько там, 10-15 минут, блин. Он живет. Все, финальная глава. Заедеть можно. Не забудь нажать на стрелочку. Если будет помех. Ну, я постараюсь.
Был там сатаниш. Ну пусть там живет себе, попивайте. Нет, спасибо, Джипом, хватило два раза. Комната движется, она поднимается. Свет странный, но красивый. Я никогда ничего подобного не видела. Здесь чисто и все цело. Наверное, когда-то весь город был таким. Должен сказать, что у тебя ясный рассудок, лишь слегка омраченный печалью и страхом. Опять этот голос. Тебе не нужно бояться. Я не понимаю. Я общаюсь с тобой телепатически. Я развил эту способность по двум причинам. Чтобы восстановить контакты с людьми и не соприкасаться с Дельтой. Дельтой? Дельта — это компьютер, запрограммированный века назад, чтобы поддерживать во мне жизнь. С этой же целью он сотворил роботов, жрецов. Так ты хозяин? Хозяин? Люди так меня называют. Это Дельта. Он всему причиной. Дельта безумен. Столетиями он развивался и постоянно считывал данные из моего мозга. Присвоив и развив мои мысли, он создал религиозно-мистическую теорию. Как ты смог прожить так долго? Войди сюда, и ты получишь ответ. Что это? Что это значит? Смотри, это самая отвратительная сторона проблемы. Дельта извлекает из них жизненные соки, чтобы я мог жить. Он специально отбирал тела, не знаю по какому принципу. Какой ужас. Эти бедняги, те, кому было позволено пройти в верхний город, избранные, потому что были лучшими и самыми здоровыми. О боже, они-то надеялись. Какая низость. Ты права. Это низость. Однако я здесь ни при чем. Попытайся понять. Почему я должна понимать, что я буду с этим делать? Какого черта я здесь делаю? Почему я? Чего ты от меня хочешь? Я пытался связаться с тобой, но это было очень трудно. Поскольку я мог сделать это только через тех, кто рядом с тобой. Я проник в мозг, разрушенный злобной сущностью, незнакомой мне. Чумой. Возможно, ты получила запутанное послание. Но это было лишь мое подсознание, воспоминание о далеком прошлом, древних врагах. Так, вот нам что-то там разжевали по информации. Вот видишь, он тоже соки выжимает. Не заметил. Не хочешь сохраниться? Не думаю об этом. Любимая карта лабиринта, а, Серег? Может, тебе надо ее распечатать и на стенке у себя как плакат повесить? Mm-hmm. Обязательно. Пам-парам-пам-пам. Серега, у меня один вопрос. А ты случайно сохранился? Не на сохранилище? Тебя медленно прибить или быстро? Я могу просто вообще быстро, если ты хочешь. Ой, блин, ну зачем было сохраняться на тот самый слот, а? А, мы еще и на тот слот сохранились. Ah.
подёрнул. Я дойду, нападаю. Плакать хочется просто реально. Конченая, ублюдская игра. Вот просто. Имбецилы придумали эту игру. Конченые и дебилы, которым не хватило IQ придумать нормальное вразумительное сохранение и сделать нормальную вразумительную загрузку. Ой, блин. Второй исход. Так игра добралась точно. Через экран добралась до Серегиных соков и начала выжимать соки из Сереги. Блять, оно еще и зависло. Буба, я тебя прошу, просто в следующий раз, если ты находишь такие проекты, просто сразу закапывай их еще глубже. Я тебя прошу, если ты их находишь, закапывай их еще глубже. Куда-нибудь, в недра ядра, чтобы они там сожглись полностью. А, игра еще и зависла, прекрасно просто прям. Ладно, не проблема. А ты еще, вот сколько я тебе говорил, сохраняйся всегда на другой слот, ты сохранился на тот самый слот. А, господи, ты мой. Я, по-моему, боги испытываются. Черт возьми! Тут уже, по-моему, не черт возьми уместно, а сказать твою мать, по-моему, уже надо говорить. Ой, блин, ну хорошо. А может, ее можно стабилизировать и загрузить все-таки сохранялочку? Господи, как хорошо, что я здесь сохранился. А, так у тебя все-таки сейф остался, ёлки-палки. Да, если бы он у меня не остался, что бы интересно было бы потом? Я бы, наверное, кое-кого бы проклинал бы третьепятными, я не знаю, заклятиями. А, ну да, разработчиков можно проклинать в некоторых случаях. Давайте хотя бы просто тупо для интереса посмотрим, что в этой комнате. О, комната 66. Давай посмотрим просто. Сохранялка-то есть, можно и поглазить. По лабиринтах. Да. Да, джипом он говорит, давайте сначала. О, не муж проснулся. А он действительно спит, походу, вообще не смотрит, что происходит. Это еще называется фанат друночки. Ну правда? Давай, давай, посмотрим. Сейчас мне интересно. 66, ты думаешь? В принципе, да, можно сейчас делать разок. Ну, анимуша, лучше тебе. Ну, анимуша, мы попали тут просто дальше, второй уровень лабиринта появился. Так, сейчас, карта. Так, мы на каком, на девятом? Ну, блин, чтобы попасть на шестой, это надо на седьмой уровень идти как-то. Ну лифт-то тут, лифт понятно, что тут. А если мы попадем вообще в другой уровень, допустим, в третий или в четвертый, не в шестой или куда-то там? Так тебе цифры помечены, что в шестой попадешь. Дед, ну цифра помечена вон, пустая, а семерка-то, максимум семерка. Мы попадем на седьмой уровень, а потом куда нас может опять привлечь? На третий, а так потом на пятый. Да нет, сейф имеет в виду, вон, типа, шестерочка, и к ней пройти. Тут синим этим показан-то маршрут, по которому ты можешь пройти до выхода. А можно же пойти попробовать не по отмеченной линии, а просто вот так, к шестерке. Вот. Посмотри, где ты сейчас находишься, и вот так вверх, и чтобы попасть. Я уже видеть не могу этот лабиринт. И это долбанное ребение.
кажется, игра добавила в моих соков хуже, убери-то не было ничего. Да, на самом деле, они, честно сказать, я просто в шоке. За всю игру не было такого геморроя, как этот долбанный лабиринт. Вот, серьезно. Я уже сейчас теряюсь тут опять в этих долбанных проемах. 7-6. Зато Джипом счастлив. Зато я несчастлив. Так, пятерка. Да нет, я уже потерял нить, блин. Куда я сейчас приду? 666 типа. Ну вот 659 тут. 649. Дошел до лифта. До лифта семерка. О, шеф тебе карту нарисовал. Да, я вижу. Тупик. Тут тупик. Куда я пишу? 639 или 549? Тебе сейчас пойти, вон, видишь, как тебе сейф маршрутик нарисовал. До девяточки, а потом вон в середине пути пойти наверх. Так, ниже, направо. Идем вниз. Тупик. Мне подсказывают, там нихуя нет никакого 666 такого. А даже если есть, там вряд ли что-то будет такое особенное. Прикинь, там типа будет настоящая концовка игры.
Даже если я попаду на 666, так шестой этаж нужен, по идее. Да, ладно мне, блин. Конечно, блин. Я уже устал тут бродить по этому лабиринту, честно сказать. Черт возьми. Может, уже оставим эту хрень? Пойдем дальше. Ну, 669. Понятно, опять не то. Вышел я опять к этому долбанному лифту. Так, ладно, ребята, оставим это все дело, на самом деле. Неохота мне вот это искать, там, какого-то там пасхалочку, которую, возможно, и нету тупо. Оставим это все на потом. Давайте уже будем проходить дальше игру. Серьезно, уже просто не хватает терпения. Долбанный лабиринт. Просто пройдем уже и все. Я на 100% уверен, там нет никакой пасхалки. В крайнем случае можно будет глянуть секреты элементарно. Что? Пропускаем, это тоже пропускаем, все видели. Да нет, Сэв, это сейчас неуместно, ну блин, серьезно, забей. Можно посмотреть просто в прохождении там где-нибудь на сайте. А вот этого хрена найдет сейф. Да секрет элементарно, те же пасхалки можно посмотреть, наверняка есть что-то в ютубе, где-нибудь там. Да, лишку заубили. Мне серьезно, нету желания искать. Вот, блин, мне надоело этот лабиринт. Хватило второго раза, честно сказать. Если бы хоть не второй раз, я бы еще там, да, рискнул бы. Другие игры от итальянской студии... Артметика будешь играть? Ну, буду, почему нет? Для меня как бы не важно, какая, с какой производитель игры. Смотря, конечно, что за игра. Если даже от итальянцев. Не существует продюсеров, но поверь, все может быть в нашем мире. Да нет, забей. В любом случае, в крайнем случае, я не знаю, там, сохранялка осталась на этом месте. Можем даже, я не знаю, я могу даже потом для интереса для себя посмотреть. Я уверен, там ничего не будет, о чем речь. Я уверен, шестой этаж это просто как дополнительный, если вдруг ты то не тот уровень попадешь, а типа на шестой попадешь туда. А эти? Они похожи на роботов. Дельта создал их для тебя. Что? Он знал, что ты попадешь на верхний уровень, но не мог предположить, что ты придешь так быстро. Они не закончили, и их здесь целые комнаты. Беги, Друна, беги. Дверь, быстрее. Что за киборги на нас нападают? Я что-то вижу, что-то лежит. Чиститель воды какой-то. Доходяги за нами идут. Неужели тебя и киборги хотят? Правление, блин. Пец. Они ходят как инвалиды какие-то. По-моему, они так инвалиды.
столько всякого хлама набрали, блин. Хрен пойми, что нужно вообще. Главная карта. А в общем, щепка выкидываем. Её даже не видно, блин. Чё она не берёт-то, ёлки-палки? Зато это задержало Киборга. Я бы не рисковал. Там ты вместе, как говорится. Не берет она его почему-то, он слишком, наверное, здоровый. Дрона сама как, блин, киборг. Да-да-да-да, давай в стеночку еще врежься, потому что я вообще застрял. Куда мы вышли? В общем, Энети нету. Ну еще бы. Ее трудно найти в Энети. Откуда ты взялся, киборг, блин? Там никого не было, блин. Че за прикол? Опять игра поганула, блин. Почему игра почему-то начинает баговать? Я не могу понять. Она не хочет с тобой и с нами расставаться, просто понимаешь? А я очень хочу расстаться с этой игрой уже. Влюбилась она в нас. Хочу уже пройти этот шедевр мировой игры индустрии. А, и в анимушу влюбилась, наверное. Бруночка не хочет отпускать анимушу. Кстати, хотел тебе только сказать, предмет лишний выкинь. Да ладно. Да и там ничего не берет, по идее. Хотя сейчас. Не, он не берет, сколько берет. А эти? Они похожи на роботов. Да, они киборги, они заполоняют все. Так, идем дальше. Вон, видишь, из-за угла вылез. Не видно же, блин. Откуда тут у нас опять пошли? Ты Льюис? Наконец-то. Подойди ближе. Я так долго ждал тебя. Слушай, внутренние противоречия Дельты привели его к трагическому выводу. Материя – зло, поскольку в основе ее лежит дух. Таким образом, если антиматерия добром, материя должна быть уничтожена. Дельта создан из чистой материи, поэтому хочет уничтожить себя, чтобы достичь состояния блаженства. И он это сделает. На самом деле, этот город вскоре будет расплавлен и взорван. Саморазрушительный процесс начался некоторое время назад.
Это ужасно. Поэтому я и пытался связаться с людьми. Но что мы можем теперь? Возможно, мы можем бежать, если есть возможность покинуть город. Ты знаешь путь? Покинуть город и куда идти? Это бессмысленно. О чем ты думаешь? Никто никогда этого не делал. Но почему Шастар говорил, что город не бесконечен? И что, возможно, есть что-то за его пределами? Место, где можно найти безопасность? Ты и правда не знаешь? Неужели люди действительно забыли за это долгое время? Ты должна увидеть. Люди должны опомниться. Но это... Я видела это в книгах. Да, это вселенная. Так то, что вы нам говорили, это невозможно. Люди сошли с ума. Как это случилось? Как они могли не обращать на это внимания? Все кончено. Шастар был прав. Мы все крысы, запертые в ловушку. И что, в космосе, что я сейчас не понял? Много веков назад, после Великой Катастрофы, мы покинули отравленную уже планету ради тщетных поисков нового, более гостеприимного мира. Прошло 3 поколения, и мы поняли, что сбились с курса и поручили Дельте, компьютеру, найти решение проблемы. Это была ужасная ошибка. Мы блуждали столетиями, и до сих пор блуждаем, дрейфуя в космосе. Мы окрестили огромный корабль городом. Я был его первым и единственным капитаном. Затем Дельта в безумии своем начал перестраивать его. Как будто таинственная инопланетная чума заразила город, разрывая его на части, опустошая и искажая его первоначальные формы. Теперь это невероятный монстр, блуждающий в бесконечности космоса. Кошмар эпилепсии просто. Надо мечтать порнофанки. Конец игры. Да, подожди, сейчас еще титр закончится и пойдет продолжение. Как в сиренке. Да. Концовка хорошая. Да, это где, ребят? О-о. Пошли эротические стоны. Ну что, ничего не можешь. Ты можешь заказать... Я тебе могу заказать друночку, если хочешь. Да я с удовольствием посмотрю, как ты ее пройдешь. Таким великим удовольствием. Я был, думаю, Буба тоже против будет. Да, Буба? Не, я не муж. Это... У меня есть много проектов. Я не муж и закажу что-то новенькое. Другое. Тоже оригинальненькое. Ну, мы прошли, короче говоря. Да, можешь, пока титры идут, рассказать там свое мнение, оценочку, все дела. Я, мягко говоря, в шоке. Я думаю, это планета, а это, кажется, вообще корабль. К тому же еще космический. Это типа огромный город. И вот там такая вся каша мало что происходило. Что сказать, идея довольно хороша. Довольно хороша, интересно, такой киберпанк, в общем-то. И что там еще можно сказать? В общем, такая космическая тема затронута, смесь матрицы и еще чего-то. Понравилась, конечно, игра. 8 из 10. Сейчас я дам честную оценку, пока еще не сказал. Так, ну ладно, разберем игру по критериям.
Что можно сказать? В принципе, идея хорошая. За идею это точно плюс. Но большая часть от начала и до конца мнения GameSpot игра забита ужасным управлением, непонятным интерфейсом, ограничением по времени, уродливой графикой, раздражающей музыкой и одной из худших когда-либо созданных систем сохранения в игре. Я соглашусь почти со всем, то, что они сказали, если честно, почти со всем. Графика не сказала прям такая, чтоб худшая, если похуже графика на самом деле. 2000 год. Да, ну для 2000-го еще неплохая графика, честно. Нормальная графика. Тем более 2000-м же была разработана. Ну, в Веронике лучше. Ну, все-таки Вероника, Вероника, а мы говорим чисто вот за этот проект. Все, больше ничего нету, никаких катсцен, ничего. Наверное, кнопочку попробуй нажать. А, вот типа. И что у нас тут? Это концовка, что ли? Да нет, это начало, скорее всего. Профессор, зашедший в комнату. Да, это начало. Шесть самых худших хоррор-игр всех. Ах, да, кстати, я забыл еще кое-что добавить. Вот сейчас это появится меню. Там же есть еще терминал, в котором можно вводить пароли. Кстати, вот. Да. И эти пароли, это не чит-код к там бессмертию или там еще чему-то. Эти пароли здесь что-то дают действительно и что-то могут открыть. И, как я понял, доступ к этим паролям можно найти по ходу прохождения, что ли. Я видел, там иностранцы что-то писали подобное, они там каких-то два кода нашли, но не поняли, они ввели, и там что-то у них открылось, но они так и, в общем, вроде как, ну, может, и нашли в итоге, что чего. Но вот есть терминал с паролем, и найти в игре этот шифр, видать, или как-то можно получить, ввести его, и что-то да откроется. Знаешь, что самое трагичное в этой игре? Мы так и не поняли, куда мы должны были применить эту долбанную каску. Так, ну, пароль мы сейчас введем, давайте, наверное, все-таки подытожим в целом. Отдельный плюс за сюжет. Сюжет тут есть, действительно есть. Он интересный, захватывает. Хочется понять, в каком ты мире очутился, где ты находишься, что ты тут делаешь, для чего, как бы, кто наша героиня, что это вообще происходит вокруг, это интересно. Во-вторых, музыка. Ну, музыковое сопровождение довольно-таки хорошо тут. Мне понравились саундтреки, если честно. Что удивительно, их хрен найдешь в интернете. Да, я их не мог найти, я нашел тизер только с музыкой. Вот как раз-таки с этим саундом под конец. И очень вот редко бывает, когда к игре нельзя найти композицию. Да, я вот только вот так нашел. И то, это я включал тизер, и там музыка шла просто с тизером. И вот вам была музыка в начале стрима. Тем более, если не сегодня, то никогда. Ну, и в итоге что еще сказать? Музыка довольно хороша. Потом что еще? Плюс какой еще там? Персонажи. Персонажи тут довольно-таки есть запоминающиеся, как тот карлик. Есть еще тот псих, который там сделал, хотел сделать своих супер-людей. Такие яркие личности, скажем так, вроде как. Потом что еще? Кто там был еще? Ну, Жастар так особо не запомнился, потому что он был в основном в своей вот этой биомассе. Ну, в целом, как бы, уровни довольно необычные. Мне понравились бэкграунды, вот эти нарисованные, довольно красивые, такие постапокалиптические, скажем так. Хотя это я не думал, что. Я не думал, что это будет корабль, это. Я думал, что это будет земля, это оказался корабль. И, о, в принципе... А я нашел тем временем пароли, сейчас мы их сможем ввести и посмотреть, что из этого получится. Да, сейчас мы с Аней на них уведем. И что сказать в целом? В целом, касательно инвентаря. Инвентаря, ну, это все ерунда, оказывается, тут можно было брать предметы, но есть свои ограничения, это нормально. Управление, вот управление, единственное еще минус, вот сейчас, наверное, начну я перечислять минусы, это управление. Это дебильное, конченое управление, под которое ты должен ломать свои руки просто-напросто и пальцы. Это очень неудобно, особенно когда персонаж ходит. Ну, можно привыкнуть, можно, но надо очень аккуратно двигать персонажа. Плюс к тому же есть еще непонятные моменты в плане quick time event, или как они там называются. Когда надо нажимать кнопку во время какой-то катсцены. Ну, к этому тоже можно привыкнуть, хотя надо сидеть в напряженке и увидеть в миллисекунду, когда будет вот эта, например, вот эта полоска желтая. Так что... Единственное, что... Все, загорелся с этой 666 комнатой. В общем, единственное, что вот это управление было минусом. Потом что еще? Ну, в целом все. Ну, еще были пару минусов, конечно, непонятных там в плане каких-то мест. Ну, в целом, этой игре можно дать, как бы это сказать, ну, 6 из 10 можно дать оценку.
вполне себе достойно 6 из 10. Это не шедевр прям такой супер-пупер, но игра интересная. На один раз можно поиграть, просто для интереса посмотреть, что за игра. И все, как говорится. Так что 6 из 10 вполне достойно оценки для игры. И то, почему я даю 6 из 10, потому что игра все-таки 2000 года, игра старенькая сама по себе. Да и по те критерии, которые для 2000 года, они были вполне более-менее нормальны в этих времен. Хотя сейчас это, конечно, смотрится все дико и архаично. А, еще минус был за сохранение. Дико тупое сохранение, наверное, я не знаю. Ну, там, конечно, сохранения были свои фичи, которые можно было делать. Но, опять-таки, там состояние героини как-то это отображалось, типа. Типа добавили реализма, скажем так. Ну, а в целом, что сказать. Игре годная. Этой игре требуется ремейк, я считаю, нормальный ремейк, нормальным управлением, нормальной историей проработанной лучше, с персонажами, больше взаимодействия какого-то там с героями, еще проработки характеров и все в том духе. Серега, наверное, продиктуй какие-то подорожки. Ну, Сэф, ты прям, я не знаю, загорелся. Блин, что там, я не знаю, тебя загорело, 666, я не знаю. Ну, хорошо. Ладно, я, может, послушаю сейчас сейфа. Давай, говори мне пароли. Так что 6 из 10. Давайте сначала введем кодик, потом. Да, давайте код, коды. Значит, Серега, начни вот с этого кода. Дрона 4? Да. А как мне ввести? А, блин. Понятно. А чё, 0-0? Как я должен встать? 0-0 ты уже ввел. Ну а как пролистывать? Клавиатура вроде не вводится, да? Да, я так понял, что надо джойстиком. А как его ввести-то, ёлки-палки? А, вот. Да, хорошо, Друна. Хорошо, что здесь локализаторы не перевели. Друна. Дроночка 4. Не работает. Ты четверку не забудь. Так вот же поставь четверку. Подтвердить попробуй нажать. Нет. Не работает твой код. Ну неужели не работает? Нет. Откуда ты взял этот код? А, понятно. Еще надо. Вот что еще, Серега, надо тебе ввести. Оказывается, тут все очень хитро. Вот что тебе надо ввести. Читон? Это в начале или в конце? Да, в начале, чтобы открыть возможность вводить. Пипец. Вот так даже. Thank you.
кстати, по-моему, если кому интересно продолжение сюжета данной игры, насколько я понял, в комиксах идет прямое продолжение игры. Мне вот нажать игрок? Или нет? Да, чуть понял. Нет, не работает. Точно, это шоткут. Так, ну, открыть консоль, ввести чат, он, чтобы включить возможность. Как-то же должно подтвердиться это все дело. Здесь же нет такой консоли на тильду, на кнопку ее. Не знаю, не знаю. Ничего не вижу, честно сказать, где-то ее тут. В консолях. Так, идите в довольно далекую левую консоль, двигайте курсор влево и правую стрелку. Используйте Enter для прокрутки через письма. После того, когда письма выбраны, двигайте курсор. К подтверждению нажмите Enter. После ввода кодов двигайте курсор. Так, так, так. Не хочет работать. Слушай. Читу. Для включения режима. Кнопка Е на твою клавиатуру. Нет, она не работает. Это Е. В игре же вроде не открываются читы-коды, правильно? Ну я не знаю, и открывается ли там или нет. Я не проверял. А ну погоди сейчас. Что за коды, анимуши, я не знаю, без понятия. Анимуши, поверь, тебе понравилось то, что ты увидел. Так. Я не понял, про какие письма там вообще сказано? Тут разве письма есть? Здесь вроде писем нету. Писем я не видел никаких. На Enter, если нажмешь читон, не это? Нет. Эффект. Есть. Ты точно там коды видишь? Там вообще что написано? О, погоди, дронов. Так, идите в довольно далекую левую консоль, двигайте курсор в левую и правую стрелку, используйте Enter для прокрутки через письма. После ввода кодов двигайте курсор к ОК и нажмите Enter. Если вы все сделали правильно, то вы услышите звуковой сигнал. Введите чатон для включения режима ввода кодов, а дальше вводите любой из них перечисленных. Что мы неправильно сделали? Вроде вот этот монитор чат. Чатоны нужны? Нет, чатон. Так, а ну-ка. Слушай, это во время игры все-таки тильду. Попробуй запустить первый уровень, там неважно, любой там попробовать. А здесь получается вообще-то другие коды вводятся. Бери. У меня пятикра зависит.
Ну это не важно, в игре сейчас консоли кнопку нажмешь, и, по-моему, коды выведутся. Спасибо за подписку, Синью. Thank you, my friend. Welcome. Так. Welcome, not to my channel. Ну вот, ты так сейчас за кого-нибудь там обманешь, что это типа не твой чей-то канал. Так не говори на Франции. Они тебя не поймут. Ну так, not to my channel же. Ну да. Так. И что в итоге-то, ёлки-пак, с этим управлением, блин, на пол джойстик, на пол этот. Ну что, загружай уровень любимый какой-нибудь. Лабиринт там, например, не знаю. Или хочешь не лабиринт? Какой кошмар. Что новое? Ты новую тоже начинаешь. Давайте новую. Все за лабиринт. Смотрю, всем лабиринт понравился. Сейчас я перезапущу эту гребаную игру. Она опять мне, походу, ошибку выдала. Анимуша там немножко уже плющит от друночки с ханочкой. Это дикая смесь вышла. Возможно, его сейчас еще больше заплющит, если мы введем читку. Если мы их введем, конечно же. Хорошо, вот сейф твой лабиринт, любимый, ненаглядный. Во, ну давай консоль, тильду нажми. На что нажать? Тильду. Что за тильда? Короче, кнопка ее на клавиатуре. Тильда, блин. Находится она вверху слева. Я и нажимаю, но она не вводится, ничего не реагирует. Ее там еще такая полосочка, как зубная паста, да? Да. Вот я нажимаю, ни хрена. На Enter тоже нифига, если так. Хотя что он с Enter. А в инвентаре нельзя это сделать? Нет. Ну ты тильду попробуй. Да нет, откуда? Нету ничего. У нас нет времени на игры, мы должны воевать. Ой, ну и чё, я ничего не вижу, никакой консоли. Чёрт возьми. Ладно, походу нам не вести эту консоль, так я понял, да? Никак. Та же консоль должна быть в главном меню, для чего тогда её сделали, сам подумай. Как может быть в игре, если, например, там в начале уровня. Разве я неправильно говорю, или я, возможно, ошибаюсь? Так, а F2, если нажать? Сейчас мы будем нажимать, донажимаемся. Да не переживай, ничего не происходит. Нет, ничего не происходит. Так, я вот сейчас это... Гайдик, погоди, тут написано еще. Да, ребятки, знатно мы тут сейчас... Ну там просто интересно. Секретики, как-никак. Ну там что пишут? Зайти в панель в главном меню или зайти в панель просто в игре? Всего есть две инструкции. Во время игры нажать тильду и вывести. А есть еще английская инструкция. В консоли. В левом этом части экрана там. Где письма. Я услышал эти слова на своем канале, не остался. Так, ты мне будешь всех диктовать. Ладно, давай тогда пойду. 98. Вот. Так и быть. Давай, говори. Специально тебя, сэр. Все, говори. Дальше куда? Я буду идти за тобой. 88, окей. 87. Так, игру замечу, товарищи, мы прошли. Мы просто кое-что хотим посмотреть. 86 76 75 74 73 так и 73 63 53 53, ну вот 53 лифт идет.
Так, и мне на лифт. 54, говоришь, ладно. 54. Потом 45, потом 55, 56, потом 66. Было бы забавно, если в русской версии эти кодики не работают. 67, потом 68. Пока ты бродишь по лабиринту, я сейчас попробую их ввести. Давай, я пока. Так, 68, потом 57. Так, 58. Так, подожди, сэр, не так быстро. 58, дальше там что идет? Стоп, сэр, остановись, я тебя прошу. 58, я не успеваю. 58, 57. Так, 57. Типа, палки, экран, блин. Черт, дай себе. 47. 48. Потом... 38 и 39. Вот, 39 я дошел. 29, естественно. 28 27 27 37. Шесть. 35, 34, 33, 32, 31, 30. 10 и 0. Так, ну вот 0-1. Так, и на лифт, да, нас становится не надо. Наверное, на лифт. Куда еще? Вот, теперь тебе нужна карта 6-го левого. Вот 6-й. Окей. Что там, Буб, нашел что-нибудь? Я пробую сейчас. О, Коксов, я не тороплюсь, подожду. Кстати, вот недавно урвал тоже вот такую игру, не знаю, играл кто-либо. Вообще, видел или не видел. Потом... В своем этом... волшебной лавке. Угу, потом еще вот такую игру. Не знаю, играл ли кто-нибудь такое. Ну, что еще? Вот такую одну игру. По-моему, я ее видел в старом выпуске журнала, еще в 2006 или 2005 году. Вроде как популярная игра была на тот момент. Хотя, честно говоря, не играл. Нет пути? Не понимаю. А что сказать? Все просто. Все просто, цепочка. Это тупик, да. А тебе и 666, как говорит, и часовый блин дьявола. Ты не комнаты тупики. Me mando por la noche.
Hemos llorado los dos. Ya está, es uno para tanto, yo. На самом деле в лабиринтике есть пасхалочка. Да, и что там? Лифты не ведут на шестой этаж. Вот я не знаю, может быть. Я, честно говоря, вообще не знаю, ведут ли они. А мы тем временем, да, товарищи, все насилуем игру, как только можем. Это месть, да? Да. Все, пытаемся выжать из нее все соки за то, что она с нами сделала, за все прохождение. Ты знаешь, насчет кода. Вот я ввел чиатон, произошел брык-звук. Я ввел чиат нолик n, звука не произошел. Следовательно, когда звук происходит брык-брык, это типа неправильно. То может это код и активирован. Почему там тупики, пока это всюду тупики? Вот. Наверное. Сейчас вот попробуй, если сработает, то сейчас будешь код вводить. Давай. Это ужин. Блин, ну что сказать? Ну вот такая фигня. Что поделать? Блин, мне все эти лабиринты сегодня точно снится будут. Как я в них там бегаю, прыгаю, я не знаю. Слушай, зато мозги прокачал. Да, блин, прокачал еще как. Никакой нации теперь не нужен. Ну чё, ща проверим. Ща как проверим. Давай, проверяй. А я сейчас пока жду твоего ответа. Нам же всем интересно, что там за чит-коды. Да, работает. Работает? Да, сервер, работает. Сейчас порадуешь чатик кодиками. Чуваки на максималках. Боюсь, топливо закончилось, давай, чуваки, максималок. Все, сейчас порадуешь чатик. Так, ну все, ребят, по крайней мере, коды будут. Да. Анимуша может быть счастлив. Ну все, давай, это, врубай консоль. Ты просто неправильно понял. Там, когда звук брык-брык, это и правильно введенный код. Так, вводи чиатон. Так. Ах, господи, как же тут кончено реализовано управление, блин. На самом деле котик довольно просто выводить. Сейчас я включу джойстик, мне просто джойстика полегче будет. Да не, я сейчас с клавы быстро ввел. По поводу пасхалки в лабиринте. Да. Там можно было найти комикс, который не был выпущен к печати. Он был эксклюзивный конкретно для игры, вот как пасхалка, и он тоже там частью сюжета является. Вот. И комикс этот достаточно, ну, в стиле комиксов, вы поняли, 18+. Чёрт, почему нельзя было кошечку сделать? Ай-яй-яй, неправильно пароль. Ну, тон, чья тон. Так, вот есть же теперь? О, есть тут, не переживай. Я понял, чья тон вот я ввел. N, все. И окей.
Во, все. Брык, звук был, все. Да, ну... Теперь можешь вводить. Сейчас тебе кину, чтобы ты знал. Это стереть мне? Это всего, да, тебе уже не нужно. Можешь назад и по новой войти в конце, не знаю. Или отмена там. Вот, теперь можешь вводить. Давай да. Теперь назад и запускай первый уровень блок памяти, не знаю. Ну первый запускай что-то. Хорошо, подключение. Запускай первый. Ты сохранение хочешь? Давай лучше блок памяти. Чтоб... Я у себя сохранение не пробовал, я блок памяти сразу загрузил. Так, кора головного мозга. Да. Сбрасывай. Так. Запускай первый блок. Костюм дали, понятно. Ну, анимуши, это прежде всего для анимуши костюм. Капитан, вот это как ее звали-то? Супер чудо-женщина, что ли? Да, 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 это для анимуши. Да, анимуши, ты здесь, в чатике? А, анимуша. Ты в чатике? Ай, блин. Так, раз тут еще и костюм бонус на ребятки есть. Разработчик не он не один. Он не один. Сколько их там? Арху. Вот друночка, еще один этот. Ну че, Серега, может оценочку прибавишь? Вон сейчас вообще за подойду, они оценят. Они оценят. Эй, мальчики, хотите какую девочку? Смотрите. Какая красоточка. Давайте, ребятки. Возьмите ее полностью. Чё-то вы извращенцы. Вот, понятно. В общем, как ты видел. Так, хорошо. Когда кот кушно раздевал кубушку с один балл. Нет, ну балл я не накину за это. 6-10 пока, из 10 пока что. За костюмы, конечно, только там. Костюм. Давай тоже... дальше вводи код. Не добавляет. А сколько этих там костюмов, этих друн? Да штук 5, по-моему. Охренеть, 5 костюмов. Мы же должны, как единственные проходимцы, оценить. Японам это включение. Так, Друна. 6-1 долг. Вот видишь, активизировали они мушу в чатике. Проснулся. Если тут будет голый вариант еще в героине. Так, не нажимается ничего, звука нет. Пятерка. Друна, что, 5 не работает? Может, читон надо каждый раз вводить? А ты это... Вместо пятерки можешь еще попробовать ввести тройку. Ну, по-моему, если не вводится, возможно, читон надо вводить. Раз. Это все геморно. Все, водить это, блин. Щитом, блин. Серега, тут быстро на самом деле вообще. Я не знал. Ты аж забыл. Че? Ты аж забыл. Господи, Иисусе, какую дебилу это придумал? Это система, блин.
человеческую. На осьминогу, что ли, было рассчитано это все? Ух, ёлки. Ты спешишь, профессор. Да я не спешу, я путаюсь в этом хреновом управлении. Чиатон и больше никаких цифр? Да, чиатон без цифр. Так, теперь. Теперь друночка. Друночка за номером 5. Серега, ты неправильно пишешь. Ты неправильно пишешь, блин. Друуна, а не друнана. Трион батон. Вот видишь, Серега, для анимушки даже чит-код есть, чтобы он проходил с удовольствием. Смотреть. Человек-паук. Костюм Человека-паука. Да, в таком обтягивающем костюме, конечно, с формы хорошо выделяется. Почему бы не добавить такой костюм? По маске нету. Если хотя бы еще бы ролики были бы вместе с таким костюмом, было бы прикольно. Ну, разработчики милые задницы не стали так делать. Такое, ну да, честно сказать, честно говоря, так себе. Честно говоря, в этой мыльной графике все как-то не особо. Раздевашки выходят. Почему мы начали 4? А, раздевашки хотим. А я не понял, почему мы 4 цифры начали точно? Ну, так интересно. Да? Так интересно? Друна 3 теперь. Мы начали еще с циферки той, потому что там костюм для анимуши был. Почему? Понятно. Да, серьезно, прошел бы еще раз. Здесь что-нибудь кроме скидок на смену два героя. Типа на фанч Серегу бы сейчас пошел. Чиатон. We'll be right back.
Какая там Брунат сказал, пятая? Третья. О, ну что за костюм? Ну неужели ты не узнаешь? Иди на кризис, что ли? Нет. Лара Крофт. А, да, Лара Крофт, блин. Я, честно говоря, даже не узнал. Вот они, может, сразу узнал. Ну, блин, ты еще хоть более-менее Ларка. Ларка, честно говоря. Ну, понятно, короче. Окей, еще есть костюмы? Ну, естественно. Сколько еще их там? Теперь Друна 2. А сколько осталось костюмов? Два. Окей. Два и еще осталось единичка. Да, чертон, давай снова води в кровь туда. Так. Ошибаюсь. Не-не-не, мужик, дай классическую арку. Только классика. Даже классическую костюм. Ну, у классической Лары хоть это выдающаяся способность подстать практически друновским. Товарищи плюс 18. Ну, вы поняли, ну? Вот такой вот костюмчик. Анимуша, ты надел термостойкое, как его называется, полотенце? Будет сейчас, по-моему, гореть. Остальные же подражатели. Вот он, оригинал, товарищи. Как и должен быть в этой, блин, игре, блин. Причем, соглашусь, что достаточно хороший оригинал. У него в попке что-то. Только на горение. Ага. Ну, понятно, короче говоря. Ну и остался последний кот. Да, ну такой вот костюм. Так. Давайте идем. Больше никаких кодов нету? Нет, там еще есть кодик, и, значит, смотри. Есть код «Нормальное освещение в темном уровне». Есть код «Доступ ко всем воспоминаниям». Есть все карты. Есть еще все оборудование. Так. О, как. И все, больше ничего, да? Ну, костюм сейчас ты последний будешь. Ну, Друна а один. А остального больше ничего нет. Или есть? И чей атон? Понятно, больше ничего нету, кроме тех. Ну все, вот сейчас мы посмотрим последний костюмчик, код, все карты, все оборудование. Я не знаю, но сейчас нам это оборудование нет, ни к чему. Посмотрим бонусы. Все, пос...
последний бонус остался, ребятки. Кстати, Серега, оказывается, еще есть код, который нормализует эти нервные напряжения все, а также код, который, получается, соединяет все уровни, то бишь, если бы мы откопали это с самого начала, можно было бы костюм какой-нибудь смешной поставить и сделать доступ, чтобы не было вот проблемы с гейм-овером там и прочим, ну, можно было нормально загружаться. Хрен с ним, сыграли, как полагается, зато. А вот сейф, я не знаю, будет ли включен комикс с того лабиринта. Может быть, ибо тут есть код получить предметы в свой инвентарь, большинство полезных. Может, он и будет. Сэр, я тебя умоляю, там этих комиксов в интернете можно найти у Google. Нет, тут есть в игре один эксклюзивный, который не был выпущен, и не факт, что его кто-то в интернете выложил. Хотя, может, и выложили. Да, выложили, наверное, 100%. Уже столько лет прошло, еще как выложили. А вообще, комиксы, кстати, продолжают, по-моему, историю игры. Там будет рассказано, что было дальше после этого вот конца. Нельзя найти. Буйная. Ну это же совсем голый вариант, скажем так. Тут ничего кроме вот этого, тот же вариант, только без центрального. Ну это в принципе в комиксах она и фигурировала, голая так иногда там практически. Вообще меня поразило, но по-моему этой игре действительно дали рейтинг 12+, и ради этого рейтинга они убрали практически все откровенные сцены, как в комиксах, и вообще много чего порезали. Ну, подростки-то не будут вводить калкады откуда-нибудь, знают. Так нет, дело не в том, тут много сцен вырезали, много чего, как бы ради того, чтобы получить рейтинг 12+. Иди, любовь моя, ко мне, иди сюда. Нет. А лучше уж держаться подальше. Боже мой, ну и кошмар. За последние несколько дней ему стало хуже. Должно быть, он ужасно страдает. Ну, не знаю, что-то раздирание Лары. Вот вам контент плюс 18. Оценивайте, как говорится. Так, ладно, в общем, что сказать. Вот такой вот костюмчик. Можно еще ввести на все оборудование и посмотреть, будут ли все предметы из игры в инвентаре, ну или большая часть. И может будет комикс. Давай, все, последний ведем уж тогда. Чиатон также. Чиатон, и сейчас код покажу. Вот, а не можешь теперь ГГ написать. Да, все, не уж от ГГшился. А, ну, нет, полбалла заработала игра за костюмы. Да, я могу накинуть полбалла за костюмы. Но костюмы игру лучше не сделают, так что... Пол балла только максимум. Чиатон, не забыл. 6,5 баллов будет, честно. За костюмы кто-то. Ок. Так, сейчас чиатон. Короче, как говорится, кого заинтересовал мир игры, сюжет дальнейший, то милости просим в комиксы. Я прочитал, что они на русский язык переведены. Поэтому, как бы, каждый может ознакомиться. Там все с картиночками, красиво, цветное, по идее. Чиатон, правильно? Да, он дальше упал. Ого, к! Да. Слышался свет сатанический, вот когда свой пришел, когда был вулкан, дешевый. Ох, да. Ох.
единственное, может там нолики могут быть, но навряд. Ты уверен, что читон правильно ввел? Да. Давай нолики видим. Список пострадавших. Да. Ничего не водится. Похоже, ну либо ты изначально неправильно читон увел. Вот, но возможно сейфу не увидеть комикса из пасхального лабиринта. Я еще раз видел. Чатон, да, ты что, забыл уже, что? Йо-бок. Брякнуло. Можешь единственное запустить игру инвентарь, это будет, может сработать. Костюм-то остался. Нет. Ну, понятненько. Ладно, ребята. Ну, невелика беда. Да. В любом случае мы игру прошли, это самое главное, 6,5 баллов из 10 достойно. Полбала за костюм. Так что, товарищи, спасибо, что смотрели со мной этот зубодробительный кошмар. Всем большое спасибо. Следующий у нас заказ уже, наверное, будет от Анимуш. Он хочет, чтобы я постримил Warcraft 3, как я понял, да, Анимуш? Сюжетку будем проходить, скорее всего. Так что, ребятки, спасибо всем, что смотрели. Это было Дрюна Гравис Мул, или как он там назывался. Ну, не переживай, Анимуш, в комиксах ты ее найдешь обязательно. Я тебе гарантирую. Так что спасибо, ребятки, что смотрели. Это была игра Дрюна. И прошли мы наконец-то шедевр мировой игры индустрии. Теперь я счастлив и могу спокойно лечь спать, как говорится. А теперь вопрос, товарищи. Будете ли вы ознакомливаться с дальнейшим сюжетом игры и вселенной, изучая комиксы? Комиксы? О, привет, все, кто ходит енот. Да, я комиксы почитаю, для интереса посмотрю, ознакомлюсь в любом случае. 6-10 это не радость. Сейф, походу, тебя не уснет после этого. Ну, сейф тоже лабиринт запал. Ладно, ребятки, всем спасибо, всем счастливо.